see my face. Let's shake things up. Wars, flames, blaze again. Power walls me from within. Savagery starts now. I need to blur the line between life and death. It's power! Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами вновь друг и Каспер, и мы продолжаем смотреть квалы Red Bull 1 на 1. Осталось Дота. Совсем немножечко, ребятки, сегодня, завтра, и укомплектуется уже состав всех, кто будет приезжать к нам на LAN. Это будут ребята, которые уже показали себя, ребята, которых сегодня увидим, которые наконец-то доберутся. Очень много у нас людей, которые из раза в раз не получается у них пройти квалу, некоторые до полуфинала дважды доходили и вылетали. А потом ты прикинь, как это обидно, когда ты, вот знаешь, одну квалу, вторую, на третью у тебя что-то не получилось, по времени, знаешь, что не совпало. И ты сидишь и грызешь локти, и потом еще, и это грязь. Да, потом еще комплексуешь, переживаешь, и цена ошибки слишком высока. Но вот, в частности, Invulnerable, он два раза был в полуфинале, играл там на тоненького, не получилось, не прошел, и умудрился вчера в 1-8 отлететь, причем вообще без шансов 0-3 или 1-3, но в целом такая игра. Совсем не в его пользу была. Но ждем его сегодня. Я думаю, парень упертый, парень дойдет до своей цели. Надеюсь, что повезет сегодня. Ну, я уверен, что он дойдет вот как раз там до всех этих четверть там полуфиналов, а вот дальше, как говорится, камень преткновения. Может быть, может быть. Может, увидим еще и Розбийника, который вчера у нас залетел. Мой старый знакомый, который на Magical Spirit. Ну, не самую яркую игру, конечно, показал. Проиграл, вылетел, ну, ничего страшного. В целом, нормально. Народ знакомый подтягивается, и неплохо. Бомбадил у нас был. Виплеевские чуваки, да, были? Да, Оливочка. Оливочка был, да. И вот я видел там Видига Академи, там тоже пару персонажей у нас принимало участие. Короче, по-моему, оба прошли, если что. Не помню точно, но может быть, да, может быть. И в итоге, да, в итоге он такой серьезный будет стак именно потных задротов. Хочется верить, что еще какие-то прям супер плотные ребята просто отложили на потом. Знаешь, как способные ребята не готовятся к экзамену месяц, а готовятся к экзамену в ночь перед экзаменом. Ну или вот по пути на экзамен. Или как-то так, да, поймали дочитывая кого-то. Дай конспект списать или расскажи коротко все 78 вопросов. Что там? В 150 билетах. Да, пожалуйста, будь добр. Ну и долетят, опять же, попозже к нам. Тем более, это же что? Это типичные самовлюбленные мидеры. Мы же знаем этих ребят. Они все откладывают на последний момент, потому что уверены в своих силах. Ну, пожелаем им только удачи. Мы сегодня будем смотреть с 1-16, как мне сказали судьи, поэтому матчи будет на один больше, чем вчера. Вчера такая стремительная квала была. Ну, вчера, да, быстро. Вчера что-то мы вообще очень быстро отстрелялись. Угу. Играл в дотку. Когда? Вообще? Вообще, вчера, сегодня. Играл. Горит просто пипец. Очаг? Что случилось? Очаг горит максимально. Ну, ничего, ну, нельзя выиграть в эту игру. Я не понимаю, что надо сделать, чтобы выиграть. И от этого мне грустно. Понимаю, понимаю. Ты вот играешь на каком-нибудь персонаже, тебе говорят, ты плохо играешь, ты сделал это не так, это не так. Я говорю, хорошо, брат, а расскажи, как надо было. И все, ну, и его знаю. Нет. И его нет, понимаешь? И его просто до конца игры ни одного звука не произносит. И потом я ему говорю, так, а он еще на кого-то другого машинит, потом это на третьего. Классика. Я говорю, ну так ты расскажи, я глупый игрок, пожалуйста, объясни, может быть, ты действительно мне что-то отдельное подскажешь, я возьму это на вооружение, в следующей игре развалю. Подскажи, пожалуйста, не захотел мне подсказать. Ну просто, ну многие знают, как не надо, не знают, как надо, но вот как не надо, точно уверен, это проще. Да. Путь самурая, путь бусидо. Просто в гармонии с собой надо быть. Да. И, ну, ничего страшного, я выигрываю, если можешь за меня порадоваться, у меня получается. Ну, я это для баланса во вселенной, понимаешь, я проигрываю постоянно. Я такой ад вообще испытал на старте этого патча, очень тяжело было, особенно с там, незнанием людей, или нежеланием, или наоборот, с супер заинтересованностью лесом. Я уже рассказывал тебе историю, когда полкоманды уходит в лес. АФК. Да, им очень нравится коллекционировать артефакты. С первой минуты они причем это делают, это так странно выглядит. Что-то до седьмой вообще ничего не дропается, не везет просто. Механика... Тут странно, да. Да, дропа... Написано 60 предметов, ни одного не выпало. Да, ничего не выпало, действительно. Ну, ничего страшного. Дота как-то приходит в себя. О, Абита мы помним, Абита появлялся. И ХЗК, кажется, мы тоже где-то видели. Да, точно, и ХЗК был. Я просто помню аббревиатуру вот такую. И, ну, и Абита, да, конечно. Угу. Оба из Украины, как ни странно. Да. Ну, мало ли просто. Вообще странно, кстати, это, или это только украинская квала?
А мне кажется, можно и не только. Ну, по идее, да. Ну, точно на сайте Red Bull UA регистрация идет, это факт. Нам надо почитать условия, кстати, да, может быть, там действительно есть какие-то нюансы. Угу. Ну, в общем, да. Ребята у нас... Интересно, опять же, все ли киевские будут, или будут люди, которые будут ехать на этот турнир. Ну, в общем-то, не так, да, не так затратно там в соседний город приехать, быстренько отыграть квалы. Он Баффик, если что, в школе это делал. Ты знаешь же, да, эти истории, когда он ездил на турике в Олд-Сити, у родителей отпрашивался, я там иду, там надо готовить что-то, потом на продленку какую-то оставаться. Сам брал вещички, рюкзачок и ехал... На лан? Да-да-да. Ехал на лан, выигрывал его, там зарабатывал 80 гривен. Не, я полностью официально отпрашивался. Я помню, мы ездили на ВЦГ 2006, кажется. Да, да, вроде бы 6-го года, тоже на отборы, и это было там за 400 километров. Я был очень удивлен, когда родители меня и еще таких же четырех остолопов отпустили, буквально дали нам денег, сказали «ок», ну, и, да. Ну, типа, едьте. А там 400 километров на поезде, на маршрутках, на чем только угодно. Ну, это да. Была жесть. Ну а что, родители, они смотрят, ты чем-то занимаешься. Они так уточняют, Рома, это не наркотики, скажи. Вот, вот это вот что, ваш Counter-Strike или как это называется? Ну да, да. Нет. Не казино какое-то, да? Да, да, да. Главное, чтобы не казино, нет, не наркотики. Врал тогда Роман своим родителям. Зависимости никакой, вы же понимаете. Дота и дота. Ну да. Одну каточку сыграл, ничего. Не расстроился, ничего страшного, все, состояние неудрученное. Выиграл, выиграл. Конечно, конечно. Ну такой на чиле, знаешь. Да. Абсолютно... Мне кажется, адекватное состояние, потом особенно. Сейчас и потом врывается моя женщина и говорит, хватит орать, ты как животное. А причем игра закончилась минут 5 назад, ты просто в стену смотришь, просто в подушку, и остановиться не можешь. Просто в подушку кричу и не могу остановиться, реально. Луны появились, посмотрите на этих красоток. Луны. Шестой уровень и первая кровь. И ни одной луны брюнетки, кстати. Это очень странно. Брюнеточная луна самая крутая, как по мне. Вот именно, ну, причухан у нее. Так, слушай, тут это, попахивает фрагом. Ой, салвочку сбивает. Да, ну тут конечная. Пиу. И первая кровь для ХЗК. Рунку, правда, он не законтролил. Ну, вернее, нет времени сейчас ее контролить. Она еще не по таймингу появляется, так что нужно восстановить ресурсы где-то в другом месте. Ну, либо просто пойти потерпеть на линии. Вообще нормальная реализация. У него же хоста, да, была со старта. Он побегал на хосте, по-моему, поносился. Ну да, вроде бы, да. Молодчинка. Да, очень ранняя первая кровь. Я как-то... Ну, у меня еще в памяти вот те луны, которые шестого уровня начинали с ультимейта. Да, я помню. Старт файта. Но здесь я почему-то думал тоже, до появления Эклипса не будет. Но тут главное, да, главное сейчас не прошляпить с этим моментом, когда будут получать луны свои там пятые, шестые уровни. Они становятся очень сильными. Видим, сейчас сюда будет прогонять прям под башню, загонять сейчас противника ХЗК. Но у него хорошая руна, да, двойной урон. Все-таки герой обладает хорошим. Ну хотя, блин, тут же руна в любом случае соточку довешивает. Угу. Да, я, кстати, ошибся. Я сказал, что оба парня из Виндиго прошли. Нет, вот Абита как раз тот, кто не отобрался. Ну вот я помню, да, что был еще кто-то из Виндиго. У нас был Тимистоколь, кажется. Угу. Тимистоколь, да. Как я запомнил это. Прошел вчера Тимистоколь? Да, он в финале вот это, они на этих рубились, на Тимберах. Точно, да-да. Все, все, помню, прошел. Ну и смотрим. Пятые, шестые уровни. Абита уже шестого. ХЗК пока еще пятый. И получит уровень 6 как раз вот с этой пачки, по идее, если Абита не умрет раньше. Вообще можно прыгнуть, мне кажется, вообще на блинке сейчас в упор. А у него ресурсов нет, маны в смысле. Потому что можно было прыгнуть просто с Люсенбимом и разбить лицо. Даже потом под башней умереть, пока противник в таверне сидит, и все. И вернуться тоже с полными ресурсами. Но уже с двумя фрагами. Но без Эклипса. Не-не-не, я имею в виду, что там ХП было на бим и на 2000. А, так. То есть просто так, вот прям в наглую залететь. Вот сейчас, например, да. Ну, понятно, что будет там скорость кошки и реакция лангуста на вот эти врывы. Ну, все. Салвочку отпивает Абита. И все норм. Да, Эклипсы готовы. И все. Я уже видел, уже бежал с наточенным Эклипсом. Ну, ждем. Вообще можно прям под башню прыгать. Вот подрубить Эклипс и тупо на блинке влететь.
Но это тоже момент контролится, и у этого всего есть анимация. Все четко ХЗК сделал, там стоял вард, он все видел. Вот он сделал, как я и говорил, только был фактор неожиданности. Да, он с хайграунда тем более влетал, заранее подрубил ультимейт и еще и бимом это все приправил. Вообще, конечно, убойная сила. Вот так, если в чистом поле встречаться без крипчиков, Луна легко переезжает врага своего. Ну, вообще, да, вообще счет 2-0. Две руны сейчас на руках у Абита. У него руна волшебства и ДД еще законсервированный. И получается, что вообще я бы на месте ХЗК сейчас просто убежал на базу, восстановил все ресурсы, прилетел бы с телепортом, и все, у тебя перевес в два убийства, ты можешь спокойно там где-то размениваться, воевать, и все в этом духе. Но он решил курьером себе восстановить все, он мангусы принес, вот благо мангусы сейчас удобно, хорошо, не надо перекладывать, все, три штуки съел, удобненько, и вот посмотри, фуловый уже. Решил через курьера все это сделать, и в кустах еще экспириенс получал. Стоял. Так, ждут выпадения артефактов и решил Абита избавиться от диффузов, судя по его местоположению. БМ приобретает. ПТ-БМ. Ну, вроде как рабочая тема. Так, здесь тоже диффуза были проданы. Кто-то один из них ПТ купил, а кто-то БМ. Я правильно понял? Ну, скорее всего, так. Пока не ясно. Вот курьеры летят сейчас, и мы увидим. Who is who? ПТ. И БМ, да. Ну тут три браслета и БМ. Мне кажется, ХЗК, он реально понял, что надо делать в этой доте. Потому что это не контрится. Вот то, что у него сейчас есть, я не вижу вообще ни одного расклада, при котором он не убивает противника в ответ. Ну да. Ой, все, БМ врубился. Тут как бы... Ну, хорошо. Вовремя Абита одумался. Сейчас можно было бы... Ой, еще и под башней лишние тычки получает. Две штучки. Очень неприятно. Но он не использует момент, конечно, когда у соперника нет эклипса, а у него есть. Не получается это сделать. Принес Владмир. Он сильно просел по здоровью, поэтому да, поэтому ничего толком не сделать. Причем раскачка идентичная. 1-0-4 у одного и у второго. 4-0-4. Ой, 4-0-4. Я испугался. Да. Неужели кто-то с первым бимом играет? Ну 4-0, я имел в виду, что первая, да, в четверку. Заговорился немного. Эти классические луны, которые через пассивки идут, а потом эклипс на шестом уровне качает. И такое нажимаешь, и ничего не происходит. Да, я помню, когда патч вышел, который сделал, вот что ульт зависел от уровня прокачки бима, вот тогда было смешнее всего за этим наблюдать. Потому что еще не все прочитали, не все привыкли. Он пережидает. Понятно, нажимать, ну не Люсен Бим, в смысле эклипс смысла нет. Видим, что ХЗК свой ульт потратил, а Убито начинает уже подпушивать линию, между прочим. Так, ну, и убить его сложно будет, там БМ есть. Он, а он и не будет ничего нажимать. Чекает, будет понимает, просто да, эклипс просто разводит на этот БМ, ну, а сейчас вот будет все, да, самое время нажимать. Да, главное блинк сбивать. И он даже не делает это, он просто выгоняет его. Может и неплохая идея. Беги на базу, регенься, я пока буду пушить лайн. Может и неплохо. С Владмиром он отъедается, и в принципе всех ресурсов хватает, ХП хватает, крипы тоже пушат. За счет Владмира, за счет ауры. Вообще да, вообще не хватает немножечко второй способности. Самую малость вот для таких ситуаций. Ну сейчас вот как раз. Вот-вот все, пошел, да, первый уровень. Да, сразу же прожимается глиф. Будет с телепорта возвращаться сюда ХЗК. Вот он и возвращается. В Blade Mail неплохо. Лишнюю тычечку впитал. Через 15 секунд руна появляется. Сверху будет одна, это снежинка. На, скоро появится артефакт. Я думаю, что можем даже дожить до них. До этих артефактов. Нет ультимейта еще у ХЗК, причем очень долго. Нет, целую минуту. Ну, надо ждать БМа и только потом нажимать ультимейт. Абита просто сгорит. Вообще нормально, он тычки наносит, в размен идет, у него все-таки Владмир есть, ему удобно. Да, он просто отжирается и все. И в этом, вот в этой стойкости как раз его глобальное преимущество в данном противостоянии. Вот это было читаемо, я только хотел сказать. Главное сейчас бим не выписать. Даггер, не успевает даггер. Сейчас бим. Он сейчас в тень спрячется и на развороте просто запилит. Да, все, конец. 2-1, это камыч. Это очень крутой камыч. Сейчас бы, да, просто не отъехать после блинка противника. Он все понимает, уходит на базу. Вот просто как твой мальчик, да? Так и называется, да, по совету Романа. Так, руна на топе появится. Снежинка внизу появится... Ой, точнее, внизу как раз на топе появится хоста, внизу появится волшебство. Что ты этот сломался? Запутался. Next, current, эти все слова.
Я только с Invulnerable разобрался, да. Душите. Ну, вообще, да, камбэк будет интересный на самом деле. Доминатор планируется луной. А зачем прыжок? Бежать, просто бежать не получается, уйти. Ну, не отреагировал. По схеме первого фрага все было очень красиво сделано, сыграно четко. Фактор неожиданности, у тебя больше обзора, нажимаешь эклипс, отпрыгиваешь. Вообще, да, в такой ситуации тяжело отреагировать. Нужно вот быть просто сконцентрированным на том, что ты видишь малейшее потемнение солнца. Все, надо нажимать блинк в любую сторону. И сейчас уже, если, конечно, подумать, то можно было просто бежать к крипам. И, наверное, вероятность того, что ты выживешь, была бы выше. Ну, она по-любому выше была бы, конечно. Вот можем сейчас посмотреть, как эти фраги происходили. Не первый, второй, прошу прощения. Крипы были достаточно близко, у него была хаста, но он там, там я видел просто вот этот миллион кнопок нажатых. Он ПТ переключил на силу, чтобы впитать. Он хасту прожал. Все как-то так, не в попад, не быстро делалось и не успел. Ну да, второе убийство вот это на врыве было интересно. Камбэк от бита тоже неплохой, хочу сказать сразу. Попытка очень крутая. И не хватило реально микромоментов. То есть будет еще одна возможность, один шанс, одна квала, она пройдет завтра у Абита, чтобы попытаться попасть на лан. Нужно немножко поработать над микросхемой. А, и все, не было крипов, да. Да. Крипов не было, были все спушены, да. Там только дайверские были. Обидно, обидно. Обидно. Обито. Обито. Звучит просто как обида. Ладно, ну тупо звучит. Моя версия. У нас 1/8 будет вот-вот уже стартовать. И, видимо, будем смотреть за тем парнем, который победил сейчас. Обычно у нас такая практика. Неужели это все будет быстро? Я хочу верить. Ну, тут не затяжной матч. У нас вчера самый долгий был 12 минут. Все остальные... Там венги, да, кажется? Венги, да-да-да. Остальные все редко доживали до первого артефакта. Пуджи, Хускары вчера очень такая мясная была. Хускары стремительно очень умирали. Пуджи тоже подходят. Повоняли минус 2 сразу же. Круто. Или жраки, подобная история. Посмотрим. Я, кстати, анонс героев. Вот все ты где-то... Ну, он в Твиттере у нас выкладывается, и там все время... Сразу пошел. Как это? Что-то выкладывается в Твиттере, чего я не видел? А я этого не видел. Думаю, что? Сейчас увидишь. Где-то. Ну, или минут через 6. Судя по таймеру, о котором я думаю. И мы точно список героев озвучим. В любом случае, там есть Луна. Уже интересно. Уже небольшое обновление. Вчера мы видели из 7 героев только... 3 или, по-моему, максимум 4. Тимбер, да, 4-м еще залетал. Пудж, Хускар, Тимбер и Вингайт. Все, что мы вчера смогли наблюдать за карт, наверное, 10. Ну ничего, посмотрим, кто сегодня будет. В целом, я, конечно, очень хотел бы новых героев видеть. Прям супер хотел бы. Ну, может быть, кланчику их приберегли. Снэпфайр, Войд Спирит. Слушай, я бы посмотрел. На Войд Спиритах особенно, с вот этими рулетками там, где выпрыгивает. Да, угадай, куда шмальну. Это было интересно. Кавай и Ева. Вчера мы, кстати, его смотрели. Он в шаге остановился от поездки на лан. И North American Rejects, что-то там Overpowered Европа. Я уже думал, ты ее как-нибудь расшифруешь поинтересней. Извините. Ну, давай ты, может быть, твоя версия какая-то интересная. Не? Что еще раз? Может, твоя версия какая-то будет интересная? У ЕУ? У ЕУ, да. Никакие, да я на North American уже сломался. Начал называть у меня шестеренки эти. Почему-то такой флешбэк понял. На дизрапторах? Серьезно? Кайф. Вот это кайф. Ну что, какие варианты здесь есть? Глимс доджится через Kinetic Field и верхнюю будут играть. Очень похоже на то, хотя Глимс тоже штука интересная. Вот интересно, как это все обузить можно. Например, никак? Ну вот, действительно. Жалко, плюсы нельзя качать вот в этой игре. Сейчас бы, да, сейчас бы молнии и плюсы просто поехали. Ба-ба. Интересно, может, Kinetic Field'ом как-то будет линия блочиться, стопиться, что-то вот с этим. Не знаю. Вот мне пока тяжело в это все верить. Я просто думаю, смысл есть с вражескими грибами манипуляции какие-то делать? Подтормозить их там?
Ну, вообще, наверное, есть, чтобы твои зашли под вышку, умерли. Ну, это ж мид, да, это ж мид, это не легкая линия, где одна пачка умерла, и все, линия сместилась диаметрально. Здесь ничего такого. Умерла пачка твоя под вышкой, ну, значит, следующая пачка соперника умрет под твоей вышкой, да. И линия восстановится. Ну, все равно один скиллпоинт не тратит дизраптор стороны Radiant. То есть что-то, значит, какие-то еще там мысли есть. О чем-то задумался. Все, кинетикфилд вкачал Дайровский. И пока непонятно, что вкачал другой. Ну, это интересное зрелище, да, потому что, очевидно, уроны идентичны по всем статьям. Не попасть чем-то нельзя. Единственное точечное заклинание, наносящее урон, как бы вот так вот. Причем Ивай спустился даже на ЛВЛГ. Ну, понятно, что он за руной там убегал. Мог, конечно, и поверху пробежаться, мне кажется. На блинке сразу залетать. Снежка, давай, подрубай, месси. Да вот против магии не очень помогает эта снежка. Но с другой стороны, руками тебя не добьют. Глимс! Глимс возвращает еще тычку! И кинетик филд, вижен дает! Да, еще тычки не хватает. И Глимс противника ничего ровным счетом не делает. А мы сидим размышляем. Здесь серьезные мужчины, которые руками забьют. Главное, дай пространство этим кинетик филдом и... А Глимс-то теперь нет, ничего нет. А там еще эта снежинка до сих пор. Вот я так ее, знаешь, наругал, что она бесполезная. Казалось бы, что тут магии в основном бьют. Но магии тут 150 урона, а все остальное это рученька все-таки. А прикинь, сверхразум был бы сейчас. Глимс просто не так важен был в этой ситуации, потому что можно было с даггера еще дальше рвануть. И сверхразум сохранил бы Глимс. И сейчас под ТП-шку. Ой, вот смотри, сверхразум. Этот фраг должен быть. Да. И просто после первой крови еще и под ТП-шку ловишь чувака из лесу и отправляешь на Глимсе на базу. Ну, это да, это очень... Это было бы супер, конечно. Очень конечное. Вот так бы это выглядело, мне кажется. Ну, это тренировать надо, конечно. Спокойствие. Двойной урон против одинарного урона. Двойной повыше. Примерно в два раза. Неплохо. Очень примерно. Неплохо. Мне нравится, как я еще примерно. Ну, так, да, типа, а вдруг... Ну, мало ли, что там в этой математике. Хаста против двойного урона. Конечно, хаста сильно не дамажит. Примерно во сколько раз? Не во сколько. В один раз. А у него не было заряда в ботле? Он не мог там отпиваться зеленый? Не похоже было на то, по-моему. Ну, я думаю, да. Я думаю, он бы, конечно... Говорят, заряды были. То есть не поверил, что умирает. Вот, прыгнул Глимс. А вот все. Это то, о чем ты и говорил. Слушают, пацаны, слушают. Тут еще стики. Да, и вот синий дизраптор идет сейчас с базы домой. Надо просто своих еще вот динайт, чтобы максимально опыта лишать. То есть пробивать их прям с половины столба, чтобы побольше крипчиков умирало твоих собственных. Он сейчас придет на линию, а там шестой уже. Там просто кинетик килл, кинетик шторм. И все, и тебя закрывают. У Диза нет такого количества хп, чтобы это пережить. Причем на блинке это просто вот сейчас вот ты его видишь, и такой, ага, ману свою прикинул, понял, что ее хватает. А, там тоже шестой. Ну тогда да, тогда... Тогда кто первый? Тогда кто первый, получается, так. Ну, Radiant потрачен Kinetic Field. Это уже небольшой минус. Ну, а с другой стороны, у Ивы немножко меньше здоровья. Так, если в размен выходить, он может быстрее умереть. Так, ну, блин, потрачен. Так, сейчас можно на Глимсе вернуть. Я имел в виду, чтобы Ивы вернул. Вот сейчас секунда, да, будет. Не достает! Вот сейчас Глимс и Статик Шторм ответ. Успел убежать из-под Статик Шторма! Да просто беги, глупец. Идет бить ручками. Да, он выиграл. Да. Молодец, это полуфиналист вчерашний. Не просто так этот парень боролся за выход на лан. 4 минуты 6 секунд. Что-то очень быстро прям ребята отстрелялись. Молодцы, повторяют вчерашнюю практику, вчерашние рекорды. Так, появился ли анонс? Мне вот интересно, мне кажется, уже появился. Да, скорее всего появился. И что у нас сегодня? У нас сегодня Луна. У нас сегодня Void. Хочу. А, да, я вижу тоже, кстати. Да, у нас Дизраптор, Лайфстиллер, мой мальчик. Если вдруг... На Лайфстиллера, кстати, это будет очень потешно. Пак, Клинц и Шадоу Шаман. Ну вот, мне бы... Кто тебе больше всего из этих героев? Самый смешной будет Лайфстиллер. Ну, пожалуй, так, да. Ему и так урон подрезали, и все. Угу. Буду стоять вдвоем с Open Wounds. Ну да, да. Бить мало, отхиливаться много. Как же это будет тупо.
Это будет очень. Чем реально урон-то подрезали, а отхил не подрезали. Да, и все, и как бы. Угу. Не знаю, как это все будет выглядеть. Да, но пока тут нарезка лучших моментов. Один лучше другого. А, вчера очень крутым гранд-финал был, где у нас парень пошел чай заварить, пока бил вышку на Тимбере. На Тимбере, да, на Тимбере было очень смешно. Ну, если говорить про героев аналога Пуджа и Хускара, да, те, кто очень быстро отъезжают по аналогии со вчерашним матчем, вот Луну мы видели быструю, но и оказалось и Дизраптор. Дизраптор дамажит немного, но сам по себе хп-пул у героя маленький, поэтому ему хватает. Ну, если ты там, да, в три браслета не затарился туда, то ты быстренько будешь умирать. Хорошо, ну что, ты не хочешь на паузу, кстати, Роман? Ну, можно, пожалуй. А на сколько минут примерно? На 6. На 6 минут. Хорошо, друзья, тогда мы на 6 минут идем на паузу и очень скоро вернемся в эфир и посмотрим 1/4. Never will you see my face. Let's shake things up. Those flames blaze again. Power won't be from within. Savagery starts now. I'm here to blur the line between life and death. He's gone! Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще разочек. По-прежнему с вами Друг и Каспер. И мы продолжаем смотреть Доту 1 на 1. У нас 1/8 сейчас будет. Mm-hmm. Меня проинформировали. Да, героев мы озвучили. Положение дел в турнире озвучили. Собственно, все. Будем смотреть. Думал, дотку будет. Мой мальчик, Invulnerable. Здравствуй. И Эльза Скарлетт. Это прям комбо получается. Я уже выучил. Я заметил. Invulnerable. Как называется. Да, поэтому. Проклятие снято. Надо идти в лан. Собственно, надо выиграть. То есть у тебя с обычными словами теперь хуже стало. Снято, да. Проклятие. Поломато тут все. Поломато, да. Да, у меня русский язык поломат. Собственно, да. Поэтому ждем этого парня минимум в полуфинале. Ну, там уже удачи. Просто он надоел уже, пусть пройдет. Я, конечно... Хватит уже о нем говорить, да? Ну, он должен пройти. Да, да. Ты в этом плане, конечно. Да, 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 пусть уже пройдет. У меня как раз заживет язык от всех этих переломов с его названием. Ну, ждут ребят. Ну, на паках будет интересно, потому что многие вещи зависят от того, как ты shift жмакнешь. Увернешься от орбы, не увернешься от орбы. Это очень много урона все-таки, потому что у нее действительно урон классный, у пака хп очень мало. Можно там треть столба потерять вот, буквально по нажатию одной кнопки. Я сейчас подумал, как мимо моих мозгов прошел такой каламбур, как напакостить от слова пак. Вот понимаешь, напакостил в том решающем матче. Выдать проказ, сбить телепорт и, ну, сделать все полезные штуки, чтобы выиграть интернет. Зачем ты опять напомнил о том матче? У меня только шрамы затянулись. Это просто шрамы. Это пройдет. Шрамов нет. Посмотрим, кто лучше, короче, пакостит. Все. Все, теперь хорошо, запатентовано, уговорил. Так, интересное нападение. Здесь еще одно нападение. Короче, они очень интересно нападают. Все, что я хочу сказать. Если вдруг вы пропустили патч, ну или как-то не играли последнее время в доту, не следили за ней, то немножко изменилась механика способности пака. У него теперь Warning Rift дает небольшой блинк. Ну реально, он такой ничтожный, по-моему, там 300-400. Но в целом позицию ты можешь свою сменить. Отпрыгнуть от той же арбы можешь, если с точки зрения защиты. Ну, вообще интересно, да, как они сейчас будут тут все эти вещи нажимать. Опа, видел? Тут это микро. Этот снаряд молниеносный пака. Проджектайл вот этот. Да. Задержит женщины. А здесь-то рунка иллюзий. Все. Дисбаланс. Ну, а тут невидимость, все. Спрятался в домик. Опа. Ну, тычка, между прочим, у пака тоже сама по себе очень увесиста.
я смотрю, там 76 на 72 под своей башней находится в QE. Так, был один Вейнгриф. Орб как раз под контроль руны мог бы быть, но почему-то у Эльзы не получилось. Я сейчас понял, что случилось. Invulnerable понял мои мучения и решил избавить QE, меня от них, да? Вот так по клавиатуре QE. Спасибо, что не QWERTY, а просто QE. Я и там мог бы запутаться. Ну, видно, у нас уже какая-то синергия появилась. Ну, пока да. Посмотрим, может, он еще захочет на одной квале с тобой посинергировать. Зальет сейчас там 3-2-2. И все. Ну, вот об этом я говорил, что очень много урона можно получить там, с той же орбы. Он не попал, кстати, инвалнери был орбой. Эльзи урона не нанес. Там же, по-моему, Dreamcoil апнули, да? Он дэмэджа нормально сейчас вливает во время того, как ты его ставишь. По-моему, там сейчас добавили дэмэдж именно на постановку его. Сделали таким нормальным боевым спилом. А, так, дэмэдж... Ну, 100-150-200, я бы не сказал. А вот брейк дэмэдж, да, очень хороший. 300-400-500. Ну, тем не менее, это дэмэдж. Пак же не такой плотный парень. Это же не кентавра ты будешь дримкоилить, а такого же пака. И в шрифт нельзя уйти. Кстати, это очень полезная, крутая штука. Согласен. Так что, кто... Сейчас вот с двойным уроном вот прыжок. Вот дает сайленс, не ставит дримкоил. И надо бить, надо бить. Ушел в шрифт, да, в шрифт можно уйти. Что-то я тупой. Уйти в арбу нельзя, в шрифт можно. Ну, пока видишь, пока один из паков привязан. Ну, ДД есть, и есть... Да, есть! Блин, чуть-чуть, а как же ты так не нажал? Ну, это было очень близко к первому убийству. Вот сейчас Эльза отреагирует чуть-чуть медленнее, и все. И гайки сразу же. Ну, потому что теперь надо кнопку, если каста нет, надо дважды нажимать кнопку. Ну и в целом надо прокликать все это дело с Warning Rift. Раньше это как все было? Если, опять же, олдовые игроки на паке, то это кнопка, которая имеет мгновенный каст. Здесь же тебе надо выбрать локацию, куда ты кастанешь, либо квикастом это сделать. Ну, квикасты очень крутые, правда. Если вы до сих пор ими не пользуетесь, советую. Прям супер пушка. Ну, вот его банально может и не быть у QE. Может, может. И вот эти все микросекунды не дают возможности сбить блинк, дэмэдж внести необходимый. Да, удобно очень с иллюзиями контролить. Противник вообще улетучился пока на некоторое время. Да, только сказал, что удобно контролить. Тут сразу же половина пачки уходит куда-то в пустоту. Да, тут ответный пошел Waning Rift. И все, да, прячется ворп, улетает пак, который синий. Ну, зеленый, синий пак в этом плане. Да, и рунка ускорения достается Эльзе. Снизу там нет ничего, да, только сверху ускорение появлялось, и все. Но по контролю, вроде бы, у зеленого, который синий, пак, у него все действительно неплохо. Интересно еще, что он по общей ценности, потому что понятно, что они напрягают друг друга, тратятся расходники в определенном количестве. Ну, 400 монет, не критично пока еще. Руны богатства никакие там нигде пока не видны. Кстати, сейчас под крипчиками можно неплохо пробивать, да, там первый артефакт, это догон был, и это первый фраг. Это первый фраг. Ну, с догончиками, да, можно так-то и подразвалить. Сейчас еще два удачно выпало, будут. Конечно. Первая кровь. Ну, паки изворотливые, ребятки, поэтому тяжело, конечно, фраги делать. Ну, сейчас опять же, сейчас действительно, как ты верно сказал, все ускорится. Руна регенерации. Ну, реген очень приятный. Сейчас хочется вот еще подождать 2-3 секундочки, нажать этот самый реген и забросить еще пару кнопочек. Тут еще один реген. Только у этого пака вообще ресурсы полные, и ему этот реген пока не сильно важен. Ну, можно пойти разменяться. Хотя, я думаю, они еще особо, если прокликали друг дружку, должны понимать, что сейчас и тому, и другому выгодно размениваться. Вот, я не знаю, догон, конечно, тема классная, первый догон. О, точнее, в целом классная. Но вот первый догон, нет ли смысла продать его и, скажем, приобрести терпильный худ, например? И хп-реген у тебя будет на линии, и пак-то, по сути, дэмэдж только наносит способностями. А вот не знаю.
Не знаю, правда. И ты терпи, стой, он пусть прокаст выдает свой, ты все равно стоишь, спокойно линию фармишь. Ну, пока Эльза, что-то такой печальной истории. Два фрага безответных. По золоту не сильно просела Эльза, мы видим. Или просел Эльза. Всего-то 200 монет, это при том, что и первая кровь на нем была, и второй безответный фраг. Двойной урон внизу появляется. Четверной урон. Quad damage. Можно просто улучшить сейчас догон до пятого и все, и развалить. Как кому именно? Ну, любому. Можно. Ну, сложно это делать. Они вот в дэмэдж пошли. Сторона Radiant хочет еще пробустить дэмэдж. Вейл планирует приобрести. А там метеорхаммер или что было у второго пака? Да, вот я смотрю, в задумках есть метеорхаммер. Ну, браслеты, да, вот какой-то жир, он все-таки полезен, но не хватает. Не хватает Эльзе живучести. Я, правда, я сейчас не очень понимаю суть этого догона. Ну, то есть, вряд ли ты сделаешь убийство на сопернике, вот стопроцентное. Либо сам будешь на лоу хп, придется уйти, придешь и умрешь после прокаста. Может, и правда сделать ставку на стойкость. И на крыску ты уже не сыграешь. У тебя одна жизнь осталась. Поймают тебя под вышечкой и убьют. Печальная история. Ну, сейчас поглядим, как они будут действовать. Будь ты Эльзой, что бы ты делал? Был бы у тебя океан свой. Океан Эльзы. А, точно. У меня просто Эльза ассоциируется с «Холодное сердце» мультик. У меня просто детей нет еще, не в курсе. И не смотрел. Ты не смотришь мультфильм? Ну вот, потому что у тебя нет детей. Что это за вообще аргументация? Нет, я не смотрю фильм, потому что у меня нет детей. Нет, это мультфильм про девочку, да, принцессу. Да. Ну то есть... Там есть что взрослому дяде посмотреть? Ну, там, в принципе, хороший мультфильм, да. Ну, просто он такой нормальный. Ну, мне просто показалось, что он либо детский, либо описывает проблемы, которые больше близкие девушкам, там, девочкам, женщинам. Ну, это в целом просто про дружбу, как обычно. Мультфильмы Понял. Бывают. Так, там атака! Атака снизу! Два промаха! А вот здесь промахов не будет. И это ГГ. Минус Эльза. Все. Отмерзло сердце. Ой, что сказать? Отпусти и забудь. Ничего уже не вернуть. Смотреть не смотрел, но слушать но, слушал. Но песню знаешь, конечно да? же. Поздравляем Invulnerable. Он же QWE идет дальше. И пробирается в четвертьфинал. Получается четвертьфинал, да. Вроде бы, я не знаю, у нас там третья игра или что-то такое. Ну, паки душные, конечно. Вот такая неразбериха, очень сложно все это и комментировать, да и для просмотра, я думаю, не очень понятно все. Кто кого застанил, миллион кнопок, миллион способностей. Понятно, что самим игрокам это никоим образом не мешает, они-то знают, у них актуален или нет прокаст. А, и DreamCoil, кстати, с этими тычечками появился теперь. Там фейсшифт с этими тычечками еще, да. Да, кстати, ты смотрел абуз фейс-шифта? Блин, какой-то англоязычный комментатор играл на стриме. И у него был октарин, вот эта призма и что-то там еще. А вот, кстати, у нас сетка есть, легендарная сетка. Смотрим, что мы тут еще не успели, не увидели. Invulnerable, да, вот она была победа. ХЗК на Еву попадает. Хорошо, ну, в общем-то, да, я более-менее ознакомился. И Вова Блю, кстати, есть, а уже нет. Уже Вова Блю отлетел. Say My Name новый какой-то исполнитель. По-моему, не наблюдали мы его. Димон 3959. Ну, это-то точно ты? Это я, конечно, сижу. Я не понял, почему я еще не в четвертьфинале? Вот это вопрос. Может, потому что здесь замашнить не получилось? Не знаю. Не знаю. Ну, я думаю, на самом деле тут еще обновится сетка. Кто-то из этих ребят должен был пройти. Вряд ли они там такие долгие карты играют. 70-минутки. А что, интересно, появляется после, например, 20-й минуты? Дробается ли еще какой-то артефакт? Или после рапиры морщины, уже... возможно, лишние появляются. Я не знаю, что... После рапиры что-то же... Нет, рапира это конечно. И все, да? Просто ты помнишь некрофазов? Да, появилась рапира и вообще ничего не поменялось. Они соло крестом стоят. Не, ну поменялось, потому что один из некров напал на башню. Просто вероломно напал на башню и уничтожил ее. Ну, могут быть и поспокойнее
игроки, которые, например, не будут на вышке нападать, там же тир один вышка, ее легко можно сломать, быстро прям напасть. Пожалуй. Хочу лайфстилеров видеть, на самом деле. Просто интересно, как будет работать механика одного на экспорт. В финале тебя устроят просто битву лайфстилеров, там, где будет запасев битва. В гранд-финале. Ну, может быть, да, когда это еще и смысл потеряет. Ни смысла, ни экшена, ни шоу. Ну, по героям Клинкс, да, достаточно такой боевой. ХП Клинкс мало, прикольный, кстати, очень переработанный много. Клинкс, мне нравится. Угу. Крутой. Прям, да, очень-очень классно должен заходить. Но я не знаю, вот я видел несколько игр у себя в матчмейкинге с Клинксом. Он всегда был актуален, этот персонаж. Посмотрим, как там в про-сцене это будет. Ну и вот один на один тоже было бы любопытно. То есть мы потенциально здесь можем увидеть Клинкса, который вроде один на один на миде стоит, но который... против себя. Гоствок качает, потому что, ну, стрейк, который добавился туда. Поэтому, действительно, переработанный герой, интересно посмотреть, как покажет себя. Но мне почему-то кажется, Клинца мы с вами не увидим. Это как-то... Почему? Ну, он мягенький, дэмэджа получает очень много, и какой-то элемент рандома, что ли, в этом присутствует. Если в паках, надо клацать. Это факт. Ну да. Ну, как-то там лишнюю плюшку получил и не туда пошло. Промахнулся с ЛГ, и там ЛГ-ХГ не разобрался, и все. И у тебя шансов сильно отступить не будет. Смотри, вот у нас сеточка уже обновленная. Есть уже две пары полуфиналистов. Нет, четверть финалистов. Димон сражается, видишь? Димон еще воюет. Тут не вижу, чтобы ты вообще чем-то занимался. Ну, у меня внутри возможно, борьба. Возможно, машинишь, да? Где-то? Внутри борьба идет. Так, ХЗК против Эвай будет играть сейчас. Оба эти игрока мы уже говорили, оба эти игрока были у нас в предыдущих квалификациях. Да. Ну, Эвай пока, наверное, наиболее успешен. Ну и вот, собственно, эти ребята играют на паках. Полуфиналист вчерашнего розыгрыша против, наверное, еще какого-нибудь полуфиналиста розыгрыша трехнедельной давности. А куда это он пошел? Или он просто дал арбу? Ну, просто воюет. Нормальная, кстати, драка такая получилась. ХЗК практически умер. Через секунду будет орб. Еще через секунду будет блинк. Да, уходит ХЗК. Ну, его так серьезно загоняли. Придется восстанавливать эти ресурсы сейчас. Но, с другой стороны, 37 секунд еще до выхода крипчиков. Мне кажется, можно было ТП-шку сейчас уже кастовать на базу и успеть блочить крипов. Успеет ли он так? Ну, хотя он может ТП на Т2 кастануть. Потом подблочить, если не будет успевать. Вообще такое. Даггеры есть, иллюзорий орб есть. Он по таймингу, по идее, успеет к своей Т1 вышке. Т3, точнее. Т3. А, все, уже фуловый. А вот Эвэй не пошел на базу. Эвэй немножко по мане просел. Ну, этот сбегал, и нормально все сразу. Барсерок сразу же. Вот кто на опыте играет. И Solar Crest появляется. Лучший артефакт для пака. Ну, очень, да, актуальный. Давай придумаем, что еще могло быть актуально. Эхо Сабли, например. Отличный артефакт. Лесная сетка — это себя и врага, и чтобы у него тоже было. И все, и стоят, отдыхают. Жалко, что нет новых артефактов в этом пуле. Я бы посмотрел обязательно. Я вот так даже не знаю, что актуально из тех артефактов на пака. Лопата. Лопата. Плюс 150 хп. Лопака. Так, ХЗК получает дэмэдж от Эвэй. Прыгает. Никак не успокоишься. Да, у меня сегодня каламбурия надвигается без перерыва. Смотри, как хорошо законтролил. ХЗК еще дальше идет. Там еще был прыжок не туда. От Эвэй. Нормально выращивается, красавчик. ХЗК очень прям видно потеет. Он реально хочет победить в эту игру. Не хочет еще эти одну квалу играть. И здесь все добивает, просто лютый. Ты посмотри, орб, правда, не стал там под башню прыгать, ну и понятно почему. Это его разозлило, Вай. Напинал ему со старта, погонял по лесу. Он думает, ты смотри, ладно, сейчас приду на линию. Будем разговаривать по-серьезки. Я думал, мы тут шутки шутим. Оба, спрятался. А от чего он прятался, я не учусь. Ну, он прятался от Winning Rift, очевидно. Как предугадал, как спрятался. Тут уже два браслета. Здесь пока 1-0. Подлетает курьер. Приносит расходнички. Ну и да, стик в данном противостоянии должен быть очень хорош. Ну
Ну, Бакаев 8 на 1 и 7 на 1. Вот мы хвалили вроде бы Хазаказа, там крип-контроль какой-то хороший. Но по факту получается пока все очень ровно. Смотрим руны, руна появляется, руна иллюзий снизу. Следующая руна будет та же руна иллюзий, только уже на верхней линии. Опа, Уинингрифт использован. Вернее, и фейсшифт, и Уинингрифт, все было использовано, поэтому можно сейчас нападать на Ивей. Еще тычка, да, не успевает отпрыгнуть. ФБ. Ну как-то он все кнопки нажал на крипчиках и на этом погорел. Я вообще научен опытом, что брассеры выигрывают один на один. Особенно в этом режиме. И я вот когда увидел закуп в два брассерка, мне показалось, что у ЭВ шансы намного меньше, чем у Хазака. Ну, я с тобой соглашаюсь. Реально. Герой, я просто почему худ предполагал, да и предвидел. Во-первых, пассивно здоровье восстанавливается, у тебя хороший хп-реген. Во-вторых, пак-то дамажит в основном магией, и ты хоть как-то блокируешь какую-то часть этой магии. Но вот сейчас ХЗК нашел ответ. У него 20 смотрю, он все кнопки потратил. Угу. И спасает только нежелание убивать, видимо, у ХЗК своего оппонента. Не нажал ультимативную. Может, сейчас нажмет. Пока иллюзии появляются, да. Пошел и рифт, и иллюзии бьют. И иллюзии продолжают бить. А иллюзии подвести на ХГ нет? Ну, наверное, нет. А ну-ка, размансик. Блинк был! У него был блинк! Он не нажал блинк-даггер! Я специально смотрел. Блинк был. Вот опять же, квиккасты нужны в таких ситуациях, потому что у тебя появляется доля секунды, и на второй клик у тебя просто нет времени. Поэтому, да. Или желание. Непонятно. Чисто заливает. Чисто, ну. А прикинь, еще сюда бы ставки залетали. Да ну. Вот тебе и да ну. Слушай, 1-1 счет. И по опыту, по-моему, да, Эва немножко повыше. Восьмой уровень у него уже имеется. У Пака, в принципе, каждый скиллпоинт, он достаточно важен. Потому что дэмэдж дополнительный на твои способности появляется, кулдауны режутся существенно. В частности, там тот же шифт подольше становится. Где-то можно пережить, например, дримкоил соперника. Поэтому тут и опыт крайне важен. Ну, по крипам близко идут. Битва продолжается. Интересно, нечем уворачиваться, кстати, у ХЗК. Он ускорение прожимает и будет догонять. Да, есть орб второго уровня. Еще одна тычка. Вот это вот было лишнее. Пожалуйста, просто ударь его! Что ты делаешь? Тот шифтует. Шифтует, а тут боится. Ну, ой. Ладно. Нормально. Ох, ну это было, конечно, близко, господа. И Solar Crest. Ну, к нервному срыву, я имею в виду. Solar Crest продается. Скорее всего, поняли бессмысленность этого артефакта. И уже готов Orchid у стороны Radiant. Слушай, ну ХЗК сейчас сотрет его. Я не знаю, что с той стороны будет куплено. Нет, с Orchid'ом это сразу же смерть. Этот Solar Crest. Ну ладно, Solar Crest, со Solar Crest, наверное, смерти сразу не будет, но смерть будет близка, давай так. Где-то две трети здоровья можно будет и потерять. Вот, да, идет атака, Уингриф, там все заливает сразу, хотя можно было даже продлить некоторые эффекты. Ну ладно, не хочет и не хочет. А там, кстати, под Solar Crest'ом-то нормально лицо откусывает. Да, у Пака же сильная плюха. Да, 150. Угу. Ну, здесь 111, но Solar Crest. Solar Crest, конечно. Вот, смотри, опять нападение. Ну, под башней, ХЗК, ты немножко не туда прыгаешь. Его сейчас дойдут, буду догонять, убивать. Не успел. Хороший фейсшифт. Пиу-пиу. 2-2! А Solar Crest-то неплохой артефакт на пака. Мы с тобой думаем, там же как бы статы хорошие. Много ли статов, много ли хп и прочности дает тебе... Orchid. Нифига он тебе не дает. Нифига. Абсолютно. А тут не забывайте, что в составе Solar Crest есть. Ultimate Orb, это статы, плюс два брассерка уже себе втарил пак. Плюс на 10 уровне там талант на атаку из фейс-шифта. Угу. И как бы да, и начнется убивашка сейчас. А тут так-то до одного фрага осталось драться.
Ну, мне почему-то кажется, Эва с этим Solar Crest выдаст Dream Coil и... Ты уже больше в Solar Crest веришь. Так я сразу говорил Solar Crest, это имбуха на пака. В чем ты? Ой. Ой-ой-ой. Ничего-ничего, сейчас имбуха выстрелит. Прячься. Успеет? Не успевает. Dream Coil продолжал свое действие. Ну, заигрался. На самом деле, более сейвово сыграть. Подожди немножко. Восстанови ресурсы, и можно было файтиться. Ну, дрался не под своей вышкой. Отдал хайграунд сопернику. Ушел в ЛГ получать по лицу. Не знаю почему. Ну ладно, рискнул и рискнул. За это поплатился. ХЗК проходит дальше. Поздравляем его. Эвой снова отлетает. Еще одна квала осталась. Угу. Ну тут на паках, не знаю, тильтанул немного, наверное. Где-то под конец, особенно Эвой. Причем, может, даже положительно. Знаешь, там, что тильт имеет и положительное значение, когда ты, наоборот, там, в кураж входишь. Это интересное положительное значение. Ну, это мне известный покерист говорил, наш Максим Трон. Вот, вот тут был момент, можно было вообще уже заканчивать. Ну ладно, он, конечно, потом добил. Мы помним этот прыжочек. Короче, обидно, что ушел в ЛГ. Можно было еще пободаться, все-таки камбэкал. Ну туда, тут видишь, и ХЗК тоже в один момент сильно загулял. И ну, тут тоже поплатился за свою наглость. Ну и попади здесь рифтом, нормально попади, и Dream Coil не потрать. Так смог бы здесь на равных файтиться. Ну не удалось, ладно, это все, ну тут детали. Реально в игре один на один, особенно в таком режиме, куча деталей, они все решают. Они все роляют, как любит говорить Роман. Другой. Да, именно так я говорю. Другой, не этот. Давай уйдем на перерыв, на небольшой. Давай, мы еще одну игру смогли посмотреть. Ну, давай на 5. Может быть, на 6 опять? Не, давай на 5. Уже на 6 были. А следующий на 4, если что. Хорошо. Да, давайте, друзья, на 5 минут уходим на перерыв. И скоро увидимся и посмотрим BO3 матчи. Там уже настоящая заруба будет. Will you see my face? Let's shake things up. Wolf's flames blaze again. Power walls me from within. The savagery starts now. I'm here to blur the line between life and death. It's Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами вновь Каспер, друг Каспер, мы продолжаем смотреть Доту 1 на 1. Да, и будем смотреть формат Best of 3, теперь Ей. Полуфиналы и узнаем. Вероятность лайфстиллера выше. Надеюсь, извини, очень хочу его видеть. Да, я хотел бы видеть лайфстиллера и узнаем еще одного финалиста, того, кто 14 декабря будет в арене сражаться за главный приз. Угу. Угу. Все, я больше ничего не знаю, что сказать. Ну, я не готовился. В целом, турик классный. Если вдруг у вас еще есть время, настроение. Силы, да, и настроение, вы зарегистрируйтесь на завтрашнюю квалу и попробуйте, попытайтесь. Последний вагон, собственно, уходит этого поезда, едущего на LAN. Вам надо в него успеть запрыгнуть. Если вы действительно хороши, просто испытать свои силы, посмотреть, да получить практику, поиграть. Ну, это же все-таки компетитив уже сцена. Ну, какая-никакая, да, но соревновательная. Тем более, что тут соло, вы не зависите от каких-то якорей. Все исключительно от вас зависит. Да, там какая-то доля рандома, может, там в плане шмоток, еще чего-то. Но в остальном вы в равных условиях. Ну да. Вы и ваш оппонент. Поэтому, действительно, если у вас ровные руки, вы уверены в себе, не забывайте. По-моему, на сайте, да, не по-моему, я видел даже объявление на входе в арену, на сайте redbull.ua можете зарегистрироваться, детали все прочитать и попробовать успеть. Ну, я думаю, мы завтра еще увидим тех, кто отлетел, тех, кто не дошел, тех, кто были на этой квалификации, всего один день разницы. Ну, из этих ребят, собственно, вот Эвой, да, наверное, завтра посмотрим за ним. Димон, я не знаю, прошел или не прошел. Мне кажется, прошел. Тут он недорисован. Ты же должен знать. Не знаю. Тем не менее, не знаю. Не дорисовали его еще. Same My Name. Он платеж еще не прошел, значит. Same My Name, о котором мы говорили. Он сейчас будет встречаться с ХЗК. И судя по тому, что мы за ХЗК смотрели с 1-8, я думаю, его линию и будем вести.
поэтому первый полуфинал, скорее всего, будет его. Ну и где-то там, наверное, краешком глаза, либо же полностью зацепим весь полуфинал. Но игры не такие быстрые, как вчера, поэтому есть подозрение, что параллельно будут идти матчи, и мы просто ворвемся, если что, на полуфинал со второй или с третьей карты. Да, возможно. Второй. Вова Блю отлетел так как-то быстро. Он, по-моему, полуфиналист вчера был и хорошую игру показывал. Не знаю, может, тильтанул. Ну да. Так и та же история с Invulnerable. Да, да. Очень уверенно шел, а потом вот наступил на какие-то, не знаю, грабли и все, и конечно. Ну, давайте, давайте уже смотреть первый полуфинал. Мне очень интересен именно пул. Угу. В Доте вышло обновление. Вот такая интересная информация. Интересно, это какая-то нормальная обнова или просто фиксят баги? Я думаю, фиксят баги, потому что багов много. И вот сегодня, кстати, только сегодня играл, и какая-то такая отвратительная вещь случилась. Ох, не скажу, не скажу. Блин, надо вспомнить события, во время которых это происходило. То есть ты сгорел, но даже не помнишь почему? Да, да, я просто помню, мы еще сидели и с ребятами говорили, ну это бета, типа, что вы хотели. Угу. Вот что-то откровенно плохо работало. А, этот, вспомнил, подруга, которая новая. Snapfire? Snapfire. Она печенькой из баунса с Ларкой выбирается. Ну да, а чё нет? Ну, действительно, это же логично. Я вас умоляю, если она аванпосты на хайграунд забрасывает, какие вообще вопросы? Ты видел это видос? Я видел, видел. И Рубик туда тпшится и просто застреет на клифе, на котором нельзя быть. Ну, почему нет? Почему нет? Новая механика да, надо использовать. Да, я видел эту тему. Сегодня буквально, я же говорю, мы играли, и да, и такая была история. Ну, бета, реально, а что вы хотели? Там вот квалы на мажор играются, mm-hmm. знаешь, там на миноры, ну, эти все вещи. Это же, в принципе, как пуч с хуком получается. Что именно? Ну, пуч сам себя хуком из паунца выбрасывает? Ну, себя нет. Она себя выбрасывает. Я играю на Сларке на линии, пытаюсь ее убить, она просто ест печеньку и валит от меня. И все. Я имею в виду, что это принудительные действия с любым персонажем. С собой, либо же с соперником. Просто принудительные. Да, влияющие на перемещение. Ну, может и так, конечно. Да. Логично. Вот. Наверное. Короче, да, это... Ну, что я могу сказать? Да ничего, собственно. Надо фиксить. Может, они и фиксят сейчас. Это увидели твою игру, взялись за голову. И такие, блин, Роман сейчас сгорит, надо срочно... А потом у него еще эфир, он еще жаловаться будет. Роман, если бы почитал все эффекты, как подписаны от новых способностей, от новых вещей... Я все читал, я все читал. Я только захожу каждый в игру... Каждый подписан. А там, твоими любимыми фразами. Там Dota Ultimate Modifier, это ГГ. Просто каждый, понимаешь? Вот да, каждый. Да, я знаю. Там надо, типа, текст заполнять, это сложно. Ну, блин. Текст, понимаешь, надо правда, код сначала написать, потом еще текст, описание добавить. Имей совесть, давай одно хотя бы что-то. Или текст пишем и работает как попало, или работает как попало, но мы еще и текст не пишем. Нормально. Лучший вариант. Да. Самый удобный. Ну, не, ну я понимал, когда выходила эта большая обнова, что еще недели две можно вообще не заходить в эту игру, потому что будет все чиниться, дополняться, куча багов будет. И тем не менее, провелись квалы на мажор. Сейчас проводятся квалы на минор. Что странно само по себе. И, ну да, но каких-то там с ног на голову Dota не перевернулась. Каких-то супер ноунеймов мы не увидели. Dota перевернулась, но... как и предполагалось, профессионалы, у которых большой опыт, у которых богатый опыт, они быстренько приспособились, кроме, наверное, ну, Liquid, да, бывшая Enigma, которая, вот это, наверное, разочарование, которое Европу mm-hmm. постигло неожиданно. Все-таки команда топ-2 инта, первый мажик пропустила, а на втором отсутствует пока что. Но, ну, может, и через LGD проберется. LGD в Китае точно такая же история, LGD. Open квалы не прошли, там во втором или в третьем раунде отлетели... Ну, вот так бывает. Ну, это рулетка. Да, так они тоже, они пропустили первый мейджор, угу. Второй они тоже пропустили, а как бы мейджоров остается не так уж и много. Ну да, да, пожалуй. Вообще, вот. Те команды, которые на первом мажоре выступили хорошо, там первая пятерка вроде, ну, отталкиваясь от количества DPC очков прошлого сезона, первая пятерка проходит, угу. Если не будет каких-то там сверхсюрпризов. Ну, я имею в виду, на инт проходит. Ну да, в СНГ у нас уже Гамбит дополнили список. Ну, в целом, претенденты, да, на мажор. На минор они пробрались уже с первой строчки. И там Hellraisers против Spirit, по-моему, остались. Тоже месяца за выход
Да, да, скорее всего они. Hellraisers и Spirit будут завтра в лузерах решать, кто же все-таки попадает на минор и отберется дальше на мажор. Как тебе Na'Vi, кстати, как тебе их перформанс? Да, они молодцы. Не, вообще мне нравится, что команды вот пытаются адаптироваться, ну, пытаются делать вот эти красивые все вещи, разбираются с артефактами. Мне до сих пор тяжело порой бывает привыкнуть к тому, что выпадает, на где, на каких минутах, когда стоит атаковать, когда нет. Я думаю, команды тоже сейчас находятся на этапе разработки эффективных стратегий, именно в плане таймингов. А как тебе по поводу менеджмента самого состава Na'Vi, по поводу замены опытного на молодого Ильяс вместо Снейка? Что думаешь на этот счет? Как тебе вообще перформанс? Я все так хотели просто Снейка. Вот бы он пришел, порядок навел, и тут сезон даже целый не прошел, и Снейка опять меняет. Ну, может, Акбар просто исчерпал кредит доверия, потому что давался ему не один шанс наладить дела, но не получалось почему-то. И либо он психанул, либо его психанули. Ну, непонятно мне полностью. Да, дизрапторы. Дизрапторы в первом раунде. В целом, ничего удивительного. Брасер один есть, второй тоже будет приобретаться. Но если со стороны Дайер не будет такого же порядка сборки, мне кажется, ХЗК имеет больше шансов на победу. Ну, он уже демонстрировал эти вещи с браслетами. В общем-то, билд у него уже не меняется практически. Я смотрю, у него с героя на героя просто стандартный стартовый закуп. И в дальнейшем он там, ну, какими-то мелочами дополняется. Я смотрю, тут вообще у него Blade Mail стоит в покупках быстрых. То мы еще не дошли в лейт, где Метеор Хаммер и Тараска приоритетный артефакт. Ну да, там с такими предметами попроще побеждать. Вот, смотри, а с той стороны нул талисманы в большом количестве. Два брасера или два нул талисмана? Я ставлю на брасера. Обычно да, обычно я бы согласился, но не знаю, может здесь все-таки нулики затащат, все-таки урон хороший с руки. Ну блин, браслеты они как-то надежнее смотрятся. Как ни крути, да, браслеты смотрятся понадежнее. Так что, ладно, спорить сильно не буду. И как удобно, что никто и не спорит. А, вот так. Эх, ладно, потом вам такие истории расскажу. Заходите ко мне на стрим, если вдруг что. Каспер ТВ. Стример. И я вам расскажу очень много классных историй. Я вам расскажу почему-то триер. Да. И почему мы иногда вот так вот таинственно перемалчиваемся с другом. Никто же ничего не понял. Конечно. Сейчас разноцветные капы в чате. Таинственно перемалчиваются. Да. Этот неловкий момент. Я вообще игру смотрю. Say my name. Так ты рассказываешь, что там показывают вообще по телевизору. Сеймэнэй фласку сбил у ХЗК. И сейчас, по-моему, еще и наказать его может. Хотя тут брасерок. Опа, и передумал. Гантелька. Передумал. Ё-моё, там брасер. Я туда не пойду. Смотри, сбивает сейчас очень хорошо салвочку, но руна была изъята. И да, все, пошли зарядики. Первый, второй сейчас. Там еще иллюзии гоняются. За Say My Name он этой иллюзии сейчас погорит. Да, Fairy Fire прожимает, не хватит урона. Вернее, хватит урона, чтобы добить. Да, ХП не хватит, вот что я хотел сказать. А у него была фласка, он решил ее не использовать между диками. Мог попробовать. Но там может, еще 3-5 иллюзий да, летели. Может, решил, может, боялся что где-то там умереть даже может эффективнее. Конечно, здесь каждый фраг на вес золота, но в долгосрочной перспективе, мне кажется, иногда можно такие вещи себе позволять. Там лишний разок умереть. Просто ФБ. ФБ очень важная штука. Ну да. И он... Ну ладно, это уже не моего ума дело. Как говорится, скоро прилетит еще один брасерок для ХЗК. И там нулики продолжают множиться у Say My Name. Ну, просел, конечно, просел по золоту. И этот дизраптор получил за ФБ дополнительные денежки. Еще там обзавелся.
артефактиками. Уже летит брассер очередной для ХЗК. Ну, ускорение можно, да. Можно сейчас и напасть, побыковать. Во-первых, тебя будет тяжело поймать, потому что ты быстрый. Видишь, как хвост виляет у динозавра. Вот, и нападение через статик шторм. При этом урон хороший. Вероятно, красный дизыч сейчас умрет второй раз. Да. Ну, прилетает второй браслет уже. Уже такой плотненький. ХЗК впивается ботлом. Через 10 секунд еще одна руна. Глимпс не очень, не очень глимпс удачный получился. Задумка хорошая, реализация подкачала. Мне приятно думать, что ХЗК выигрывает за счет барсеров. Ну да, видишь, вот он один раз погиб. Я думаю, он не сильно расстроился. Ну нормально насыпало, так 637. Еще и вардик забирает. Плюс, ну, вообще, да, очень, очень резко Сеймайнейм догнал по общей ценности ХЗК. Причем, видел, он спрятался за понял. Деревцем, чтобы не было глимпса никакого преждевременного. И все нормально. Все нормально. Да, фраг есть, преимущество, в общем-то. Ну, по деньгам, мы видим, оно отсутствует как таковое. Но вот из невидимости на критически вылетает. Как тебе это, кстати? Критически из невидимости? Да. Да, интересная тема. Почему нет? Ну, не знаю, скажешь. Ну, что за фигня? И ЦМ-ка такая просто вылетает. Наш 102. Угу. Появляется первый артефакт. Это пика. И ее будет продавать и покупать. 4800. 600. 4600. А почему? Что почему? Почему пика продается по себестоимости? Ну, скорее всего, потому что она только появилась. А, вот так у тебя есть. Ну, мне кажется, так это работает. Секундочки есть, чтобы продать ее? Да. Интересно. Согласен, что это интересно. Да, вот 5 секунд есть, чтобы продать. Ну, интересно просто, что по себестоимости, да, продаешь. Что-то прям. Хорошо, Сеймайнейм разыграл. Ну, поэтому многие игроки бегут прям сразу на магазин, для того, чтобы максимально быстро продать первый артефакт. Кстати, Сеймайнейм сейчас его крипчики могут, мне кажется, даже сильно подобивать. Нет, нет, крипчики не подобивали. Совершает он второе уже убийство, сразу же использует салвочку. Там Блейдмейл вот только-только сейчас откатывается. И интересно, будет ли какое-то нападение от ХЗК. Выходит он на 59-й секунде контролить руну. Руна появляется сверху, это ускорение. И ее забирает сразу же Сеймайнейм. Слушай, очень круто ХЗК начинал. Но видим, что сейчас Сеймайнейм крутой камбэк оформляет. Да, он уже впереди на 600 монет. И опыт тоже выше. Поэтому 10 уровень там. Там, не знаю, талант качал или не качал, или может что-то все-таки из способностей. Да, 225 здоровья берет. 225 здоровья. Выигрышная тема. Хотя вот посмотри. Ты на тебя. Ты уверен? Ну посмотри, у него 1750. Прокаста точно не хватит на него. Плюс брассерок появился. Плюс статы, которые дает пика, а тут блейдмейл, и он вообще не дает никаких статов. Да, он обратный дэмэдж, но это все можно переждать. Это считанные секунды. Я, честно говоря, думаю, что пика, наверное, поинтереснее даже смотрится в какой-то степени. Выходит. Выходит из действия кинетик филда, Сеймайнейм глимсует назад и форстафает себя. Да, еще один тик, все. Хорошо, успел уйти. А вот был бы талант на плюс 40 урона, он бы убил. Или умер бы. Быстрее. Нет. Просто. Нет. Нет? Ну, да. Значит, да. Мне просто надо было твою версию слышать, чтобы согласиться. Я бы сказал. Я думал, это может какое-то испытание. Надо наоборот не согласиться. Летит розовый снова на мидлейн и успевает блинкануться назад, потому что ХЗК уже был рядом и уже хотел глимсовать своего оппонента. Очень близко по нетворсу идут игроки. Вейл планируется у стороны Radiant. Сеймайнейм. Тут, кстати, я и не знаю, что по артефактам. Может, что новое появилось у Дайр? Либо же планируется хотя бы узнать. Ну, вообще, мне интересен вот именно этот Блейдмейл в разрезе его использования, потому что ты же можешь там, да, какие-то кнопки не нажимать, просто пережидая. Тут нет какой-то мгновенной необходимости сразу нажимать все и сразу. Вот сейчас глимпс. Опять криты эти, конечно. Угу. Такие супер потешные.
Ну, Сентряк сейчас с Эйменом жизнь очень сильно облегчил. Но вот БМ прожат, и все, сейчас артефакт становится бесполезным. То есть в ближайшие 19 секунд ХЗК фактически без слота. Одного очень важного. Этим пользуется Say My Name. Прыгает. Глиммер. Вроде бы неплохо. А под вардиком стоит. Да, ну сопротивление определенное он получил. Здесь сразу же форс, ну, в смысле пика, прожимается. Поэтому стоит, ну, несколько иначе прожимать кинетик филд и ультимативную свою. Потому что это немножко чревато вот такими вот выскальзываниями. Пошел ускользаниями. В терпильную доту Say My Name решил сыграть. Спасибо большое, чтобы ну, демо же лишнего не получить. Было хорошее такое возвращение на линию сразу же, на контроль. В общем-то, норм. Вейл будет у ХЗК, а там напротив. Там будет терпильный артефакт. Худ планирует собрать парень за сторону Дайр. Здесь бустишь дэмэдж, там наоборот его компенсируешь. Так, вот Глиммер даже прожимается, чтобы, возможно, меньше урона получать. Ну, такое длительное перетыкивание. На дизрапторах, да, у нас тоже сегодня, кстати, были весьма муторные замуты. Через 10 секунд Эзериала. Посмотрим, может, что-то изменится. Ну, под Вейлом, с Эзериалом, урон, конечно, будет колоссальный. И учитывая то, что счет 2-2, я бы прям сильно волновался на месте Say My Name. Да, вот он зарял Блейд. Через 2 секунды будет активен. Say My Name близко подходит. Но ХЗК не атакует. Не так много маны у него, в общем и целом. Но все эти штуки очень манозатратные. Там 275, 400, 470. Ну, в целом хватит на прокаст. 520. Ладно. Да-да-да, вот. О-о-о, уворачивается. Чему так изи? Да, неплохо, неплохо. Надо сбивать даггер. Но с другой стороны, там форсик есть. Можно будет откатиться и хотя бы полный прокас не получить. На глимсе там возвращать его. Да. Вот так вот в итоге нападает. Без Эзериала, без ничего. ХЗК, может, поторопился или все-таки нет. Включается Блейдмейл. Забегает прям в Static Storm, да, и просто-просто горит. Но заканчивается действие Блейдмейла. Слушай, вообще классно, ты же возвращаешь тот дэмэдж, который в тебя вносится, то есть возвращаешь, ну, да, магический, а парень еще и под Вейлом бегает и бьет себя магическим возвратом еще и под Вейлом. Ну да, вроде как так все и работает. Спасибо большое, говорит телега, и продолжает бить по башне. Это что было за сейф года такой? Ну, он немножко времени выиграл. Лишних 5000 не нанесла телега. Ты хочешь сказать, нанесла? Не 5. Не, ну она же не била по башне, о, когда была в этой реле. Вот это две секундочки. Ну да, да. Ну, два удара, а че нет? Но она потом простояла полпачки крипов и атаковала башню. Это факт. Тут меня это больше всего смущает. Ну, надо делать фраг, потому что Say My Name не дамажил вражескую вышку практически. И ХЗК вот так пассивно будет подталкивать линию и просто ломать тавер. Все очень просто. Так, ХЗК. Ну, там ультимейт есть у Say My Name. Ну, не хочет его, да, БМ давать. Да, БМ, конечно, конечно. Просто стоит отойти. Не, ну, видим, ХЗК не может пробить уже слишком плотный вражеский дизраптор. И ХП регенит себе потихонечку. Вот так вот. Зырил. На. Смотри, смотри, смотри. Глимс. Хорошо. И теперь БМ. Да, ну тут все. Тут Say My Name проигрывает. Да нельзя, нельзя атаковать. Ты же понимаешь, что Блейдмейл это сразу проигрыш. Вот сразу же. Ну, в смысле, Static Storm. Ты не можешь его накрывать. Максимум ты можешь просто убегать, скрываться в ужасе и паниковать. Ну, и, возможно, не на таком показателе здоровья это точно. Никогда у тебя 100 хп, и ты стелишь поляну под Блейдмейл. Это ошибка, конечно, безусловно. Но он в любом случае уже попался. Там его ручками бы затыкали. Thunder Strike дали сверху и не переживал бы дэмэджа. Ну, поздравляем ХЗК. Мы пока за ним следили, Say My Name только-только появился на наших экранах. И первую карту ХЗК забирает. Собственно, да, причем тут на этих иллюзиях он тогда так погорел жестко. Ну да, это ФБ, это плюс слот. Вот здесь второй фраг.
тоже легко уже делается. У тебя преимущество, у тебя плюс левел, у тебя раньше появляется ультимативная. Вот чел даже не успел нажать ультимативную. Вот он умер, не успев статик. Там маны вроде выдать. Мало было. Не, ну он умирал с зелененьким ромбиком, не синеньким. Понятно, что может это не как бы не сыграло уже своей роли. Даже камбэкнул, даже умудрился еще и как-то вернуться в игру. Ну, опять же, какие-то ошибки позиционки. Где-то там, вот мы видели перед этим, где-то парень на паках решил на ЛГ сражаться, а не на своем хайграунде под своей вышкой с дополнительной броней стоять. Да, больше микро такие моменты. Ну, в целом, один на один, это больше про микро, конечно. Какие-то макро вещи, они не так значительные, у них не так много времени для реализации, в то время как вот именно лишняя кнопка, лишний манс. Вот взяли, например, они таланты на 15 уровне, на минус 4 секунды кинетикфилда. Вообще зачем? Ну, к чему это все? Почему не взять дальность кнопок для того, чтобы раньше нажимать кинетикфилд, для того, чтобы раньше нажимать молнии, которые могут сбить блинк? И этого не было сделано, и это грустно. Потому что 4 секунды кинетикфилда, ну это вообще же... Здесь вот фигня. В таком режиме микро — это прожатие кнопок, а макро, по-моему, это вот сборки артефактов. Да, сборки — выбор это артефактов, про макро. Это ваш макро, действительно. На какой у вас план на игру. Ну и опять же, ряд моментов я и Роме рассказывал, и вам рассказывал. Ну, повторюсь, что можно как-то через Метеор Хаммер попробовать попушить. Можно какие-то... Ну там, с тарасками были варианты. Да-да-да. Из леса где-то аккуратненько покастовать, чтобы вышка тебя не видела. Тем самым напрягая соперника и провоцируя его идти на рожон, лезть под вышку к тебе, там, файтиться с тобой в ненужных, казалось бы, ему драках. Переигрывают мозгами зачастую игроки, не всегда микро, но некоторые прямо такие крутые глобальные решения принимают, которые облегчают им жизнь. Первые квалы там просто везде были поголовно. Тараски, метеорхаммеры. Оливочка стайл. Оливочка заразил стайл, всех. Да. Ну, а это работало. Эти люди проходили по квалам, и почему бы нет, почему бы не повторять это? Я думаю, мы на лане можем это увидеть. Если, ну, не если, Оливочка-то, понятно, добрался до лана. И я думаю, там мы увидим и Тарасочки, и Метеор Хаммер, и вот все его прибаутки дотерские. Суперсборки? Угу. Но рабочие, почему нет? Реально, почему бы и нет? Ну что ж, мы ждем вторую карту. Подозреваю, что да. Да, вторую карту полуфинала. Там, возможно, параллельно идет еще один полуфинал. Мы пока информацией этой не обладаем. Ну, собственно, вы и не увидите его, если мы его не покажем, поэтому эта информация вам тоже особо полезна. Ну, давай не будем ничего показывать, просто посидим, отдохнем, пообщаемся с чатом, например. Давай. Где чат? Там, на Твиче. Через минутку ворвемся в игру прям. Угу. С двух ног. Да, надо, пойду чат открою. Ты, кстати, давно на миде играл, получается, или у тебя даже в поиске нет мида? В поиске у меня, вот я в последнее время на керри пытался, но ключевое слово пытался, потому что очень-очень тяжело играть в одиночестве, в глубоком. То есть, когда я играю там на суппорте, я обычно привязался к там, керри, да, или к корову, там сложно или неважно. И все, я там его облизываю какими-то делами, мы там занимаемся там в дуэте, я говорю, давай погнали сюда. А тут ты заходишь, и все, и никто никуда не гонит. А твой суппорт лес фармит. А твой суппорт лес фармит до 7 минуты, да, включительно. Кто понял, ничего не выпадает, ладно, 7 минут пофармил, вернусь на линию второго уровня. С двумя смертями из лесу. Ну, у нас был такой пример, там, Куныч был 4-го уровня на 17-й минуте с ботинком. Да, бывает такая история. Неправда. Ну, мне тоже тяжеловато, конечно, приходится. Я хардер. То керри у нас 4-го уровня на 12-й минуте. Хардер идеально. Да, да, пожалуй. И себе, как говорится, спокойнее и проще. И стоять на линии несложно, потому что ничего глобально не изменилось. Хардер все так же в комфортных условиях прибывает. Так, луны. Луны и ноль артефактов у Say My Name. Если что, вардики поставил. И тут, смотрю, денежки потрачены. А на что, я не понимаю. Ну, что-то в курице. Ну, она на месте стоит. Ну, сейчас прилетит, значит. Полетела. Что интересно? Как я читаю вообще эти маневры? Браслетик. Все просто. Сегодня уже были луны, билды у них тоже были понятны. Это 4-0-4.
Ну и, конечно, ультимативная. Актуального уровня, скажем. 30 seconds. Prepare for battle. Угу. Там тебе анонсера надо записать своего. Угу. Что-то как в стиле Гейба, но Гейб уже сделал своего анонсера, поэтому занята ниша. А тебе не кажется, что на голове у Луны, вот на ее шлеме, очень похоже на Нью-Йорк? Логотип ты имеешь в виду? Логотип, да, вот у всех на рэперов, кепках, которые... на шапках, на кепках, да, всегда это было. Да, может быть, может быть. Не, у нее самая крутая причёха — это брюнетка. Прям там такая черная, черный хвост. Uh-huh. Такой резиночкой, знаешь, затянутый. Он просто идеальный. Верю. А то эти шлемы какие-то непонятные. Оружие. Что за жестокость? Make love, not war. Правильно же? Да, я согласен. А... пока интересно, будут ли ребята качать пассивку, либо же мы не увидим ее до 11 уровня. Прокачается 4.04 эклипсы и талант, и потом уже аж на 11 будет пассивка. Ну, может, кто-то психанет и захочет чуть активнее толкать линию, например, и, может быть, пойдет по пути не конкретно бойца, а именно пушера. Конечно, это все в теории звучит хорошо, но на практике это же не происходит внезапно, правильно? Uh-huh. То есть ты будешь видеть подобные вещи и сможешь отреагировать. Поэтому стратегия все-таки бойца, мне кажется, более выигрышная. Ну и плюс, ты стираешь быстрее крипов соперника. Глейвами ты сбиваешь блинк, что очень важно. Глейвы долетают. Стер пачку крипов, глейвом сбил блинк, прыгнул, дал эклипс. Это, в общем-то, имеет смысл. Ну, по крайней мере, не лишено его, это точно. Ну, не лишено, да. Согласен, согласен. Ну, пассивка слишком, конечно, важная способность на Луне. С точки зрения ласткита, есть просто вариант, что ты не будешь ласткитить. Если в боевы возьмешь приоритет, опачки, а соперник будет с пассивкой. Опачки, интересно, такое нападение сейчас. Ну, мана, правда, немного. Хватает для того, чтобы добить. Так, ХЗК. ХЗК такой пока поувереннее стоит, запас маны у него хороший, да, может он сейчас вот так напасть, прогнать еще, дождаться, когда прилетит там Салва, вот она, только Салва сейчас долетает, еще регенится, а в это время ХЗК рискует получить 6-й уровень. Ну ладно, со следующей пачки, с этой точно не получит. Ну и да, мы видим, что донаить тут своих рейнджевиков вообще нет никакого варианта, потому что тратятся бимы. По вполне разумным причинам. Если ты этого не делаешь, противник быстрее получит уровень 6. Все, просели по мане оба героя. Бимы закончились. Теперь ручками стоит бить. Ну, сейчас три мангуса подлетит к ХЗК. У него как раз курьер уже на подлете. Здесь та же история. Но уже так не работает. В прошлый раз он пытался. Это, кажется, он был, да, на Луне? По-моему, да. Вот с этими врывами внезапными. Но здесь прочитано. И слишком долго это было, если честно. А теперь Say My Name готовится нападать. Вообще можно выдать просто бим и прыгнуть на блинке. Но надо было, вот, он стики протыкал нажать изначально, видимо. Ой, под эклипс еще и руна волшебства. Как же больно сейчас блинк. Да, слушай, так прямо сейчас можно залетать. Ну, главное сбить. Бим, сразу же блинк, эклипс, все, все просто. А маны не хватает. Так у тебя же руна волшебство. Волшебство, ты же нажимаешь волшебство, у тебя на все мана хватает. Понял, окей. То он еще и манго съел на всякий случай. Он сейчас просто крипчики уже душат, поэтому так просто с эклипсом не залететь. Надо подчистить линию. Но это опять же, это все очень читаемо, долго, муторно. Угу. Интересный такой геймплей. Я вот смотрю, 200 реально на прокаст. 190 даже на прокаст нужно Луне. 189. Блин. Не, ну ты так уточнил просто 200, потом 190. Я доуточнил. Не слишком душно получилось? Не, не, нормально. Да, господи, это цифры ж. В них же смысла никакого. Циферки вот эти. Вообще ничего не... непонятная вещь абсолютно. И не значит ничего. Тоже захочет это рейтинг какой-то там. ММР. Реально useless. Мой, да. Непонятно, что с ним делать. А я думаю, в скором времени твой, да? Пара-пара-пам.
Или мой ты... потихонечку идет к уверенным 1000 рейтинга, если я еще... А когда ты, вот когда ты планируешь камбэкать? Есть у тебя план? Я не знаю, как играть в эту игру. Но я все, я разучился. Я захожу, я играю вроде бы хорошо, а потом что-то происходит не то. И все, и мы проигрываем. Ну ты же наверняка смотришь профессиональные. Ну да, это кстати, это очень обидно это и опасно. Это очень больно смотреть профессиональные матчи, потому что ты смотришь и говоришь, блин, а почему у меня так не может быть? А у тебя так не может быть, потому что у тебя, у человека не пять пальцев на руке, а вот хитиновая одна такая сплошная пластина, угу. И он ебет по клавиатуре. А там, ну, попадет по кнопке, не попадет, как получится. Ух, такая боль, конечно. Ладно, все, зачем мы? Зачем мы поднимаем эти темы? Такое мощное добивание, ты видел? Угу. Захейтил крепчика. Так, ну очень пассивная игра, ничего с ним не сделаешь. Появились артефакты и, я вижу, Сейм ХЗК продал артефакт. А что появлялось, я не обратил внимания? БМчик? Тоже не обратил внимания. Или Йоул? Мы с тобой Йоул, Йоул появлялся, да. Обсуждали Йоул. Слишком важные вещи. Так, а слушай, Йоул имба. Ну да, неплохая штука. Просто видишь эклипс, даже если ты где-то прошляпил с блинк, ну, чтобы нажать где-то, то все, ты нажимаешь Юл и переживаешь какие-то вещи. Так ты Юлом блинк сбиваешь сопернику? Да просто... нет, ты просто сам себя во время эклипса можешь поднять, там что-то перетерпеть, ну, да. А там авось крипчики подойдут, еще что-то случится. Не, или ты, я имею в виду, что поднимаешь, потом уже пережил, потом не, ну... в Юл поднимаешь соперника, как СФ просто, подлетаешь к нему и нажимаешь ультимейт. Соперник никак не нажмет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Об этом речь и шла. Как, вот. Кая, ну ты смотри, как он сейчас будет еще и нападать с этим его. Ну да. Через 15 так надо, секунд. Ну иди же ты. Че ты не пошел? Не, он ждет. Сейчас у него откатится Юл, он поднимет ХЗК, прыгнет под него, даст эклипс, выиграет доту. Главное, чтобы крипчики погибли к этому моменту. А сколько дэмэджа наносит Юльчик? Я вот 50 вроде наносит. Или 25, или 50, вот что-то такое, прям совсем масипуську. Чисто так 50 магического, да. Выбесить именно. А, ну, нормально. Прохарасил Юлом. Ну да, там ДД просто был, он его поднял и все. И теперь гоу честно драться. Так, 400к стрейнджи. Это, конечно, мощный талант очень. Люсен Бим и так не сильно страдает от дальности применения. Здесь ты просто через всю линию отправляешь луч света. Тут БМ, читаемо, авось противник нажмет кнопочку, и я такой весь молодец. А вообще можно было нажать кнопочку и ветра себя поднять, и просто выпотрошить эту луну. Как вариант, угу. Кстати. Да, хороший вариант. Ну не успевает быстро ориентироваться. Ну то есть нетипичные артефакты на этих героев. Нетипичные места для этих героев, ну, мидлейн. Где вы видели луну на мидлейне? Особенно против луны еще на мидлейне. Ну, такого точно давно не видели. Не успевают сориентироваться игроки, это видно. Где-то прям проседает. Ну, как бы профессиональный или просто очень хороший игрок отличается от просто хорошего скоростью принятия решений. И только. Потому что к разумному решению и один, и второй придут. Просто одному надо, да, микросекунда на это, а другому там полторы секунды. Ну да, да, все верно. Глаголишь. Угу. Неплохо сейчас может произойти добивание на самом-то деле. Еще один бим. И вот, да, видишь, решение это пришло, но уже поздновато, потому что вот в той ситуации под башней можно было бы убить. А здесь... Не, просто стрим же с дилеем. Вот 2 минуты прошло, ну да, пока и решение дошло. Они такие, блин, реально, слушай, круто, крутая идея. Сейчас думают, блин, я все равно умер, Каспер. Что ты мне фигню какую-то советуешь? Потому что время, это важный фактор. Так это четвертое измерение. Ты скажи, что там мелким шрифтом еще написано было. Что там учитывать надо свои хп еще. Там учитывать надо в принципе все. ХЗК уже вошел в активную фазу, он просто спамит прям по лицу Say My Name. Ну, тут ладно, тоже вспомнил, что можно так делать. И работает еще, да? Да, еще работает. Да. Ну это 12 уже, уровень, вторая ульта. Да, это второй ульт, он уже подольше длится, поэтому да, поэтому так не работает. И опять же фактор времени. Вот раньше все эти мансы с Юлом работали бы. А сейчас уже отмансил свое. Say My Name. 2 раза он уже погиб.
Say My Name Eclipse на минутку раньше, по идее, должен откатиться. Может, попробует от этого сыграть. Ну, по идее, без Эклипса вариантов убить нет ни у одного, ни у второго. Всегда можно будет отступить, отпрыгнуть. Да, да, да. Луна герой с большим количеством брони, поэтому тычки не больные залетают. Ну и в целом уже мы видим, по статам ребята разогнались. Ну, появляется Хекс. Вот. 5 секунд остается, и Хекс. Продавать его никто не бежит. Что странно, как по мне. О, тут большущая руна богатства. Ну да, знаешь, я вот заметил, что по фарму у нас уже какое противостояние, особо разницы нет между персонажами. Нет такого, что кто-то кого-то прям размазывает. Так еще счет 2-0. Я думаю, тут просто какой-то баланс, что ли. Подкрутка? Может, ну как-то да, может так работает, потому что ну, 2-0 счет. Крипов, допустим, примерно одинаково, а по золоту одно и то же. Нет, ну ты же там за рунами где-то бегаешь, где-то пропустил там что-то. А ну можно еще раз крипчиков? Да, все, ну, я тут понял. Тут Рейден просто, да, Рейден больше. Больше крипчиков добивает, а там больше убивает. Да. Ну, крипы дорогие. Вот рейнджевой 100 с чем-то монет уже. На старте 94 дают за рейнджевого. Угу. Конечно, нельзя пропускать крипчиков. Ну, интересно, как вот сейчас буду через хекс действовать. Вернее, понятно, как они будут действовать. Ты просто прыгаешь, сразу даешь хекс, эклипс и бьешь руками при этом еще все время. Угу. Долетел такой глейв. 5 монеточек, конечно, да, очень вкусно смотрится. Ну что, будем дожидаться рапиру, когда кто-то пойдет на башню нападать. 5 секунд до эклипса, и ХЗК сейчас должен заканчивать эту игру, да? Так и есть. Да. Одна секунда, до свидания. Нет! Не до свидания. И правда не до свидания. Слушай. Чуть-чуть поторопился, возможно. А, нет, вот сейчас может напасть. Нет, не нападает. Вернее, нападает, но без эклипса. Так, дота терпения. Юл есть. Худ имеется у Say My Name. Готов. Ждет рапиру. Там я тебя руками размотаю. Ну да, вот оно нападение. 3-0. ХЗК побеждает на этой карте. И 2-0, я так понимаю, да, в общем. Да. По картам, поэтому поздравляем его. Он добирается до Киев Киберспорт Арены 14 декабря, то есть совсем-совсем уже скоро. Он будет здесь драться за право встретиться с ОГ. Первую карту тоже уверенно выиграл. И правда, все заслужено. Сегодня действительно круто себя показал. Дайте, пожалуйста, информацию, будем ли мы смотреть параллельный полуфинал. Будем смотреть параллельный полуфинал сразу с 0-0. Хорошо. Да, поэтому вот сейчас мы уже готовы будем включиться на параллельный полуфинал, который начнется со счета 0-0. Вот они только-только стартовали. Ну а дальше уже посмотрим гранд-финал. Битва за ничего, но ради веселья. Все ради веселья. Да, так мало веселья сегодня было, поэтому, конечно. Роман, да. Я сейчас называю тебе героев, а ты мне говори, кого бы ты хотел видеть. Потому что Луна мне уже надоела. Клинц. Ну, я бы вообще сказал, Раста, что здесь почти все герои, они такие очень душные. Ничего не делать, не умеют ничего делать. Мы не видели Войда, кроме шамана. Да? Мы не видели. А мы вообще, сколько мы видели? Мы видели Луну, героя? Дизраптора и Пака. Все, это вот три персонажа, которых мы видели. Ну да, я бы с удовольствием, конечно, посмотрел. Войдов, наверное, нет. Войд, конечно, элемент рандома очень. Войды просто стоят два типа и долбят друг друга, у кого чаще таймлок будет прокать. Ну да, действительно, я думаю, монетку легче подбросить и не тратить время ни свое, ни зрителей, чем играть на Войде. Да, да, так и есть. Shadow Shaman, да, тоже, наверное, очень долго было. Хотя у Shadow Shaman сильная тычка. Сам герой не очень плотный, а вот тычка с руки мощная. Поэтому размен у них был бы грубый достаточно. Плюс можно было бы посмотреть, я думаю, разный подход к прокачке. Хотя, скорее всего, это все-таки хекс-молния. Вряд ли ты хочешь шейкл, да, качать, когда один на один стоишь против Shadow Shaman. Да, а почему он нет? Не так много вносит. Кто, шекл? Нет, шекл нормально душит. Мне кажется, просто под хексом ты три плюхи с руки даешь, это тот же шекл. Ну, там надо плюхи давать, ты плюс на себя крипчика фагришь. А так ты просто нажал шекл, влил урон. Тая-тая. Тая-тая, и под змейки в будущем это намного мощнее тема. Ну да, Роман Дело говорит. Вы слушайте. Слушайте и запоминайте. Угу.
А то потом будете играть вот один на один и будете в режиме лайв подслушивать что-то, а уже поздно. Как бы. Надо было сразу слушать. Так, мы сейчас посмотрим Fallen против... Видишь кого? Да, 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 слушай. Интересно сейчас, получится ли отобраться у него уже, не помню, с какой попытки, не помню, с какого раза. Угу. Я его трижды комментировал, четыре, по-моему, или четвертый раз, ну, скорее всего. Четвертый, да, четвертый или пятый квал для Invulnerable. Уже и никнейм сменил. Все, уже, да, уже даже QVE пишет, что все, говорит, давайте, ребята, там... Ник был невезучий просто. У меня когда-то было такое, я в КС играл, и у меня были везучие никнеймы и невезучие. Я менял никнейм, и у меня шла игра. Как я тебе помню, что эти примеры олдскульных ников Counter-Strike присылал? Да, да, да. И что за самый невезучий ник у тебя какой был? Самый невезучий? Крабик, наверное. У меня был такой крабик. Угу. Типа с клешнями. Сделанные из символов? Из скобочек, да. Скобочки, там это слэши. Ага. А крабик. Самый везучий? Ты его и оставил? Самый везучий, да, я так и оставил. Понял. Ну, у нас еще был клантек, ущерб гейминг. У4Г. Так что да. Еще с клантегом, да. Без клантега такой. А вы, кстати, выиграли что-то? Или такой? Не, это ущерб гейминг, это был чисто клан-тек, это был вот дворовой такой клан. Угу. А так, да, ну мы там по месту, там по городу, что-то по области выигрывали. Ну это когда в горишних плавнях были. А в Киеве, сейчас скажу, топ-3 аматорки вообще-то. Вообще-то. Это хорошо по или плохо? Counter-Strike. Ну для киевского, ну для Киева это было типа норм. Угу. Там чуть выше и уже прям вот почти все, ты почти профессионал. Уже где-то с Зевсом. Уже где-то, да, наверное. Там с Амираном мы были, и с Ухо, и со всеми остальными. Они нас постоянно били ногами по лицу. Ну, задроты, что сказать. Ничего страшного, ты в доту любого из них размотаешь. Кроме Маркелова, возможно. У того числа в доте, наверное, больше, чем у 90% людей в мире. То он, да, то, конечно, еще тот задр. Опять луны. Дмитрий, что происходит? Почему мы смотрим за лунами постоянно? Ну, у меня стадия отрицания. Я не верю, что это луна. Мне кажется, это лайфстиллер. Ну, хотя бы прическу купите, ребята, пожалуйста. Если вы будете пикать луну, зайдите там, не знаю, в Steam Market, купите нормальную притчу. Есть у тебя такое, кстати, по поводу Steam Market? Есть такое, что ты пикнул героя? Да. А он у тебя там, ну, без одежды, без каких-нибудь шмоток. И ты такой, пока пикают остальные, ты такой, дай-ка я чуть прикуплю, чтобы уже на эту игру у меня там, например, шапка какая-нибудь Наруто. Один раз, наверное, что-то было подобного рода, да, но ну, не больше. Понял. Ну да, наверное. У меня было что-то, я, по-моему, психанул Рубик, на Рубика посох за что-то 900 гривен купил. Фига ты. Просто, ну, там... Ты же знаешь, как эти деньги попадают, да, на Steam. Мажор, конечно, ты. Ну да, на Steam что-то есть. 1.3, кстати, посмотри, первую пачку QVE, которую Invulnerable переконтрил. 1.4! Ну тут попахивает как бы разгромом, господа. Так извини меня, это пятая квала для пацана. Он на миде сыграл больше, чем я за всю жизнь. Только на этих квалификациях. Ну вообще да, тут я соглашусь. Ну и вот пачка, ой, а ты ушел? А ну, он да, за рункой ушел, ля, да. Какой, ля какой, вот это я понимаю. Вот это воля к победе, да? Угу. Ты об этом? Трайхардит невероятно, я просто думаю, целая пачка крипов, два ренджевика и ты уходишь. Кстати, двух ренджевиков не добил, а это очень, это 200 монет, если что. Да, ну тут надо очень-очень стараться этих ребят обрабатывать. Хопа. Ну руна снежинности тоже, конечно, очень такая душная. 99 за РНЖ. Что бы у меня на линии так было? Угу. Пытался придумать что-то остроумное, что может произойти на линии. Ну, бред всякий такой получается. Не буду ничего говорить. Не, вот это. Вот это было, кстати, остроумно вполне. Да, может быть, да. Смотри, почти получилось, но хотя бы не добил противник. И то неплохо. Не, пока Invulnerable прям. Видно, потеет. А что, в смысле, что не получилось? Он сам добил ренджевого. Да.
и сбил анимацию там каста удара противнику для того, чтобы тот не добил. Ну да. Сам он денежку получил. Ну, да, противник опыт вроде получил, то есть, но да, он минус потратил денежка. Не в рейнджевого крипа, а в героя и ручкой добил. Да, я видел. Да. Короче, прям круто все сделал. Красавчик. Вот и сейчас тоже добил. Так вообще посмотри по крипчикам, что да, происходит. Да, 11 на 5, 6 на 3. Это, возможно, вот как раз та самая первая игра, где реально будет чувствоваться преимущество. Ульт. Да. И он делает первый фраг. Ну, это почти ГГ. Слушай, пока вот по всем фронтам душка. А ты посмотри, что он собирает себе. Посмотри на его артефакты. Ты про два браслета? Да. Ну, такое ощущение, что мы вырастили монстра. Мы воспитали человека, который будет лан этот забирать. Только если, конечно, заливочка не встретится. Я не знаю, успел ли Invulnerable впитать эту мудрость про Тараску. Тараску и Метеор Хаммер, да? Где Брасер, и там и Тараска. Поймет, что Брасер уже заняли весь итембилд. Надо что-то подороже, но с теми же примерно свойствами. И купит себе Тараску. И БМ хочет следующим артефактом. Главное не перехвалить, понимаешь? Это у нас сегодня уже были люди, которые там хорошо начинали, и в итоге там такие камбэки получались лютейшие. Ну, перевес в уровень есть. Люсен Бим бьет чуть мощнее, это ощущается в целом. Плюс еще руна волшебства, которая позволяет спамить постоянно. Да, он прям нормально пробузил эту руну. И видишь, вот он сбивает анимацию атаки, еще динает. Красиво, конечно, красиво. Еще и рейндроп тратит. Ускорение. Убежал от иллюзий. Нет, все-таки не получается. Получил. Все-таки. Не знает, в какую сторону. Все-таки получил от них тычки, да. Пиу-пиу-пиу. Как все просто. Но опять, видишь, вот опять они выровнялись. 16 на 6, 15 на 5. Как это работает? Ну, он побегал там за рункой, за иллюзиями. Где-то поспамил по сопернику, забивая на там ренджевых, на милишных. Мы же видели, когда этого бимами добиваются крипчики. А тут он все в героя всадил. Герой, конечно, потерпел немножко, но сам ласткит приподнял свой. Колос. О, кстати, у этой луны прикольная прическа, зацени. Ничего себе! Тоже неплохая. Даже без черных волос. Без брюнетости. Ты без брови брюнетости. Ее посмотри. Кстати, сейчас увидишь, когда по ней бим проходит, как ее на подплющивает на анимированной картинке, да. Вот сейчас просто подержите, пожалуйста. А, ну какая разница. Сейчас, короче, увидишь. Просто проходит бим и ее в разные стороны шатать начинает на анимированной картинке. Я такого не видел еще. Надо бить не будет. Да, я вижу. Ну такая, она двоится, там троится, да, вот это вот. Да, я вижу. Не, ну надо было придумать как-то, чтобы портрет реагировал, придумали. В целом молодцы, конечно. Ну тут да, тут рейндропы уже заканчиваются, видно. Постепенно опять это руна волшебства, но на луне луна волшебства смотрится хорошо. Никто не продавал, да, форстав? В общем-то, неплохой артефакт. Очевидно, да, очевидно, не продавал. Когда вы реально играете от своего ультимейта, сократить расстояние, либо наоборот, разорвать дистанцию. Да, куда-то может на ХГ запрыгнуть, знаешь, там на речку, с речки убежать. Это может сработать. Да, и блейдмейлы. Я вижу, у одного уже готовится блейдмейл в подходе. Я представляю, когда сатаник появится. Прыгнут друг на друга, нажмут эклипс, оба одновременно психанут, нажмут сатаник, будут стоять, терпеть, регениться, бить друг друга под сатаником. Это вот Найкс, которого мы заслужили. Плевать. Ну да, и просто бесконечно. Ну как вариант. Хочет. А что он хочет? Хочет ультимейт. Что-то он хочет, да. Он 10 уровень получил. Сейчас еще Invulnerable получает тоже 10 уровень, также берет плюс 400к Strange, понятно почему, на этой линии другие таланты в целом и не нужны. На 15-м, очевидно, берется понижение перезарядки Люсен Бима. Посмотри, как коллапс вырвался вперед. Вроде мы так хвалили-хвалили QVE, а преимущество уже на 600 монет. Побежал догонять,
И Бим сейчас выдаст, убьет. Ну, да, там ошибка. Либо на подъеме на ступеньке надо было это делать, чтобы не было возможности нанести последнюю тычку, и, может быть, запаниковал бы как-то коллапс. Ну, короче, если и нажимать Eclipse, то не в тот момент времени. Ну да, он просто в пустоту потратил Eclipse. Да, в итоге получилось очень досадно. Но 1-1 становится счет. И посмотри, и правда, отставание по деньгам уже становится таким удручающим. При этом 12 уровень совсем скоро будет. Уже совсем не за горами. И второго уровня Eclipse уже будет бить куда мощнее. Можно даже под пачку крипчиков прыгать и разваливать. Дождемся рапира здесь, как думаешь? Ну, есть такая вероятность. Сатаник — это артефакт не на убийство. Это на то, чтобы затянуть игру. Ну, пока игра затягивается весьма успешно. Не, ну, продолжает QE обуздить эту тему с тем, чтобы давать именно под last hit Бим. Ну и смотри, он сокращает отставание. Уже его практически нет. Вообще так экономика работает странно. Вот 600 монет выигрывал коллапс, сделал фраг на сопернике, сравнял счет и стал выигрывать 700 монет. Ну, почему, непонятно. Ну да. А тот же Invulnerable отошел на 15 секунд руну забрать, от иллюзии побегал, начал проседать на 500 монет. Интересно работает механика, конечно. Ну, работает как работает. Что? Видел. Ранжевого не добил. Я видел, да. 120 монет. Что я могу тут добавить? Бим был. Тычка, да, все было, тычка была, да. Насадно, конечно. Эклипс есть у коллапса, а тут нет ответного эклипса. О. Ну вот, сразу предпринимает попытку к бегству. Ну, башенку можно побить, да, с иллюзиями. Все-таки еще там оранжевый крипчик стоит, поэтому можно еще и с ним поатаковать башню. Ну да, быстро. Мне кажется, есть смысл сейчас спушить пачку крипов и побежать. А, все, уже та иллюзия заканчивается. Да, вот смотри, убежал Invulnerable на магазин. Коллапс тоже торопится, хочет успеть в момент продажи вот этого дорогого артефакта, но, видимо, не успевает. И все. А, или это он засаду такую на руне устраивал. Да, походу. Ну, один не успевает, а второй успевает. Все. Так это же ГГ. А тут аганим сейчас прилетит. Ну да, это мясо. Это мясо. Где мясо? Чье мясо? Аганим это мясо. Мясо луны. Лунятина? Лунятина с пантерятиной совместно. Прощай, наездница. Он причем аганим не перекладывал. Обрати внимание. Еще ну, да, вот сейчас переложил. И такой прям, ну сейчас, погоди. Ты главное подожди, никуда не уходи. Ща я это, ворвусь. Там не так работает, да. Ну, что я могу сказать? Поздравляю коллапса с победой на этой карте. В шаге от вылета находится Invulnerable. Угу. Все верно я говорю? Или... Ну, да. Ну, тяжело, конечно, все равно пробить. Вот этот бёрст работает посредственно. Там все-таки есть сатаник. Не продан сатаник. ХП дает. В большом количестве Invulnerable играет. Поехал дальше, же... БМ. Ну, БМ, да, но сейчас он закончится. Нет. Маны нет. Так, Лапс убежал. Он сейчас подойдет, сатаник просто нажмет, да, и начнет бить. Ну и все, как бы у него все хорошо сразу. Книжка! Что? Ты видел книгу? Я видел. Первый раз вижу. 200 лет уже комментирую этот турнир. Первый раз вижу книгу. Ну это все, это минус линия. Глифа нет. И такой, ну не бей, я сейчас приду и все будет норм. Не бей, пожалуйста, ну не надо. Да прошляпил он с этим аганимом. Ну вернее, аганим-то нормально. Потом-то просто какая-то жесть произошла. И вот форстав, который не продавали, не выкладывали, ничего с ним не делали, он в итоге зарешал. Пожалуй. Либо если бы его продали, купили что-то более действенное, то зарешало бы оно. В любом случае. Например, давай, что?
Вместо Форстаффа? Да, вот за те же деньги. За 2000? Да ну, я да, думаю... Давай. Ой, господи, что угодно. Вот, вот серьезно, что... Да, да скажи, что? Blade of Alacrity и Ogre Axe. В той ситуации, когда его накрыло агонимным эклипсом, это бы помогло больше? 10 секунд. Я про ту ситуацию, когда он из-под агонимного эклипса выехал на форсике. Тогда да, да, ты прав. Я думал, ты в целом имеешь в виду. Не-не-не, я про именно вот ту ситуевину, когда он нажимал агонимный эклипс, а противник просто такой... Ну да, скользнул. Да, это верно, это верно. Спасибо. Я уже думаю, что какой-то Ogre Club. Угу. Он Ogre Club или Ogre Axe сейчас? Акс. Акс, а был клаб. Был клаб. Я запутался просто в этих ограх. Find me in the club. А у нас будет ответная карта. Возможно, да все, инвалоры был в тильте. Я тебе точно говорю. Из-за этого, да господи. Да, правда. Просто другой герой сейчас, другая просто, игра совсем. Ну да, просто четвертая, пятая квала, другой герой, другая игра. Ну еще не нормально, еще можно. Сейчас. Нет, на X все, будет проверяю. Какой-нибудь. Не, проверяй, это конец. Вот он сейчас зайдет, все, он ни одного крипчика не законтролит. Вообще не добьет ни одного. Вообще ни одного просто, ни одного не добивает. Про фукал рейнджевика написал, ГГ вышел из игры. Хорошо, ладно, хорошо. Посмотрим, насколько ты вангуешь хорошо. Но вообще, да, я понимаю, что немножко тяжело, наверное, играть уже 45-й раз подряд и при этом быть в шаге от выхода. Это, опять же, полуфинал. Очень обидно. Отлетаю в 1/8, думаю, ну ладно, ничего страшного. Скоро в 1/4 пройду. Там, или скоро до полуфинала. Да, да, да. Здесь ты вроде бы уже все, добрался туда, куда нужно, но не хватает одного шажка последнего. Угу. И это грустнее всего, господа. Ты прям близко к сердцу так это принял. Да, я чувствую его боль просто. Понимаю. Ну, ребята уже готовятся начинать. Я очень хочу нового героя, пожалуйста. Ну, Void в смысле, Spirit. Valve, не к вам это обращение, остановитесь. Пожалуйста, Void Spirit. Нет, остановитесь, не надо новых героев. Этих двух уже достаточно. Пожалуйста, не надо. Void Spirit. Disruptor. Очень оригинальный выбор. Так, ну и поменялись сторонами. Invulnerable теперь играет за Dire. Идут расставлять варды. Mm-hmm. Ну, первые игры на Дизрапторе 4 минуты прошли. Очень быстро. А потом, да, потом что-то как-то накал страстей спал, и все. И началась жесть. Не знаю, с чем это связано. Возможно, в первые думали, ай, да ладно, что там этот Дизраптор никого никогда не убьет. И потом, ай, блин, я же тоже Дизраптор. Ну да. Тряпочка. Что ты так? Ну, мягкий герой. Грубо о нем вообще. Тряпочка. Ты опять же, не такой мягкий, как Пудж. Не такой мягкий, как Дум. Тут смотришь, брони нормально. Более-менее. Он же под башней стоит, конечно. Не, ну под башней у него плюс идет, а ну своя есть. У Паджика так вообще ее нет. Тут хотя бы эта троечка. Ну, в любом случае, сейчас поглядим, по какой стезе они пойдут. Юл, кстати, первым артефактом будет появляться. Я тут стараюсь обращать на это внимание. Не так легко это сделать, раз в 5 минут посмотреть в левый верхний угол. Как оказалось. Угу. Разочек. Ну да, да, я помню. Так, а что они брасер получили? Или что? Или ботл? Что там бросило? Это что, ботл? Даггер? Это брасер? Это автомобиль. Это Спарта. Кому что. Видел, как круто коллапс сделал? Нет. Расскажи. Он подошел с молнией под своего рейнджевика, угу, чтобы прошел по рейнджевику лишний урон, и он и его мог добить. Да. Угу. Это было очень круто. Но сейчас он соснул, конечно, тунца немного и не смог справиться с вражеским рейнджевиком. Есть захотелось. Да. А, ну да, это же еще на фоне этих тунцов точно. Ну ждем. Медленная разминка одного и другого героя с Андерстрайком. Наваливать, наваливать, наваливать. И потом надеяться, что под ультимейт я убью своего врага. Мы это видели. Да, как-то так-то обычно и выглядит. Стоят на хайграунде, близко подходят только, чтобы дать способность.
Оба видят друг друга, у обоих вардики стоят, чтобы наблюдать, где же враг находится. Короче, тягомотина. На этих дизрапторах полнейшая. Ну да, причем игроки обычно еще и таланты берут там на 10 уровне, не на урон там с молнией, да, там 250 хп. Все берется в жир. Ну понятно почему, потому что они все хотят победить. Если ты берешь не жир, то ты, скорее всего, проигрываешь уже. И браслеты там яркое подтверждение. Жир побеждает обычно. Да, согласен. Да как бы грустно от того, что это жиза. Жирза. Что? Ну а что? Это же каламбуря. Так, QE больше имеет хп. Коллапс старается уйти, уходит. Красивые, очень красивые кинетикфилды. Никого они не трогали. Так, прыжок. Ну и все, коллапс отправился в таверну. Invulnerable. Первая кровь. 435 монет в плюсик. И в салва есть. Да, салва есть, вообще все есть. А, глимс потрачен был, да. Угу. Забузить не получилось бы. Ну вот он, invulnerable. Опять же, бодренько начинает. Но как будет дальше, непонятно. У него, хотел сказать, у него эстетик шторма соперника нет, но тот уже пачку крипов дофармил под вышкой и тоже появился. Шестой уровень. Угу. Ну и сборка, я так понимаю, аналогичная. Брасерки, плотность. Да, здесь тоже брасер и стики в дальнейшем. Ну тут после брасера сразу же хочет идти в худ. Уважаемый артефакт, как по мне. Крайне лимитированный урон у дизраптора, он еще и магический, поэтому, мне кажется, худ очень крутой артефакт. Этот юл хоть продавай. Там тычка чуть-чуть не долетела до ранжевика, досада, конечно. Так, интересная атака, статик шторм. А коллапс был раньше чуть-чуть. Ну так вот бывает. 1-1 сравнивается счет. Глимс, кстати, не изучен, да, 7 скиллпоинтов, смотрю, потрачено, но ни одного в глимс нет. Тут вот вопрос, как реализует свое преимущество по ультимейту сейчас Invulnerable. Сможет ли это делать? У него есть этих шторм, соперника нет, но ни в коем случае нельзя далеко по времени растягивать всю эту историю. Просто надо сейчас давать это, чтобы у вас примерно в одинаковое время откатились способности. Ждет. Тем не менее, ждет. Не прыгает пока на врага. Коллапс маны имеет мало. Очень здесь полная мана у стороны Дайер. И есть статик шторм, что очень важно. Ну, там, да, там ДД, во-первых, еще очень приятно тоже. И крепится с дабл дэмэджем. О, конечно, еще добивать немножко побольше. Ну, там ДД, там не так просто добивать. Ну, ладно. Тут второго уровня вот ДД, конечно, да, там реально полегче становится. Ну, ничего, недолго осталось ждать. Первый коллапс выиграл, да? В тильте, да. Invulnerable у нас в тильте. Все, я вспомнил. Коллапс, значит, выиграл первую карту. Да, точно. Ну там, да, там тильтостан тотальный. Никто юлы не продавал. Ну, дизраптор полезный артефакт. Против дизраптора это полезный артефакт. Так что... Тут, как, так как тут два против дизраптора, mm-hmm. поэтому... Поэтому, да, поэтому Йоу реально может пригодиться. Но вообще, форсик как идеальный вариант здесь. Потому что кинетик филд тебя никак не закрывает за долю секунды. Если ты все успеваешь делать грамотно, четко, то тебя никак не закрыть. Невозможно. Ну, посмотрим сейчас, будет ли это грамотно, четко. Пока абсолютно зеркальное нападение. Ну, за исключением того, что там опять ДД. О, рефрешер! Я жду этого артефакта просто. Я хочу, чтобы этот артефакт быстрее появился. И он появляется прямо сейчас. Ну, к сожалению, нет. Хороший артефакт. Использовал, продал. Использовал что-нибудь другое, что купил. Вообще классно. Ты 100% не дашь фраг, особенно если первым начинаешь. Два юла. Ну, это классно. Прям супер хорошо. Ну, тут опять же вопрос, кто первый нападет, кто быстрее
вкастует Static Storm. Так, смотрим, 10 уровень. Будет ли... Ну, хотя нет, я не верю, что кто-то молнии возьмет усиленные. О, да ладно! Кто-то победить хочет? Не знаю, да, кто. Да, это Invulnerable. Это Invulnerable, он хочет победить. Есть Юл, все четко. Теперь надо встречную атаку проводить. Угу, вот она, встречная атака. Интересный глимпс очень. Ну, это снять с ветров, судя по всему. Снял? Ну, снял, да, но так себе получилось по итогу. И умирает он. А там руна волшебства зарешала. Так-то. И она очень сильно еще зарешала на таймер. Фишка в таймере. Старик Шторм появится раньше. Да, сильно раньше. Да. Тут и правда еду можно тельтануть. Тут у меня опять же на стриме где-то последнюю неделю такая история. Да ладно. А ты не запускал сегодня стрим, когда мы разматывали, да? Да, не запускал. Люди не узнают, все что думают, мы заняли. Все думают, что ты лох. Да, да, так живут про тебя, они как будто другого мнения. Ну вот. Мне-то что? Стрим-то твой. Тоже верно. Сегодня три раза подряд. Топ-2, топ-1, топ-2. Все. Но пруфов не будет. Сразу предупреждаю. Подошел на плюху, на пендаль, коллапс. О, там огромная руна волшебства. У Q, W, E плюс 2 уровня было только что. Сейчас будет ультимейт. Очень скоро. У соперника тоже есть ультимейт. Но Static Storm 2 уровня лучше, чем Static Storm 1 уровня. И можно напасть. Ну, погоди, не грузи, давай. Попробовать счет сравнять. Есть два Static Storm. Да. Один первого уровня прокачки, второй второго. Тот, который второй второго уровня прокачки, лучше, чем первый первого уровня прокачки. Ну, звучит логично. Да, но к чему это все привело? Коллапс получил 12 уровень, и теперь у него второй уровень прокачки на Static Storm. Можно ты не будешь полностью это проговаривать? И руна волшебства. Я о том, что прошляпил свой момент, парень. Прошляпил. Invulnerable. Еще эта молния без таланта, она так слабо эту волну спушивает. Смотри, подходит к невидимости. Сейчас будет крит. Ну, на 297. Бедный вард. Угу. Так, огоним еще. Тарится дизраптором. В общем-то, неплохая штука. На самом-то деле. Огоним Юл. Нельзя уже будет использовать. Звучит как план. Ну это что, это рефрешер надо продать для такого? Ну да. А если ты не убьешь за огоним? То убьешь. Чего? Сколько там дэмэджа? Много. Там просто брасер, там еще какие-то штуки впитывают. Ну. Не, ну да, но... А если у тебя еще рефрешер? Не, у него не будет рефрешер плюс огоним. У него будет просто огоним. А у того будет рефреш. Ну нет, тот тоже бежит продавать. Рефрешнул все, что можно было, и продает сразу. И здесь огоним. И Кая. Я ничего не напутал. Что, что? Там что? Реально так много денег. 8к просто было у Invulnerable на руках. Ну да, возможно. Ну вот, я смотрю, да, максимальный урон на секунду там 350, но длительность с агонимом на 2 секунды больше. Посмотри на разницу их нетворса. Они как-то, ну, да, не так продали, что ли? Ну, может, он задержал чуть-чуть продажу? Ну, один из них мог задержать немножко продажу предмета. Угу. Просто не успел до магазина добежать, да. А когда ты юзаешь вот эта штука с абузом рефрешера, когда ты купил его, использовал, и ты, по-моему, продаешь за полцены, если не ошибаюсь, сразу же. Раньше так можно было делать за полную цену, угу. Но вроде бы, да, вроде бы это потому починили. Что он его нажал использовал и продал за половину цены, скорее всего. Да. Ну, домой тогда. Что, третья карта? Не, ну погоди, он проигрывает всего один фраг. Ну, в смысле, счет 1-2. Поэтому, ну, даже если он разочек умрет, ничего страшного ничего не произойдет. Не, но там Кая.
И она два фрага засчитывает? Ну да, это сразу. Потому что она увеличивает все, урон увеличивает. Видно, и фраги увеличивает. Но пока стоят, просто терпят. Под смоком стоит коллапс. 15 уровень появился у него и у QAE уже давно. О, там на 20 уровне классный талант. Плюс 4 выстрела с Тандерстрайка. Я надеюсь, ребята ГПМ возьмут. О, ты посмотри, они делают, они берут на рейндж атаки. Не атаки, а колдовства. Вот, тут молнии усилены и еще и каст рейндж. Вот тебе и все. Но видишь, ну не хватает дэмэджа с аганимом, не с аганимом. Под Каю, под все, конечно, дэмэджа не, много. Ну, ветра нажал просто тогда на старте, конечно. Он секунду, наверное, протратил. И нет, успеет отбиться между тычками, да, успевает. Блин, Глимс. Ну, придется пешком возвращаться. Ну, там Глимс еще откатывается. Видишь, а молнии бы... А ладно, у него и так молнии. Руны двойного урона, он ушел с ТП. Иди, ну, все, башню, пожалуйста, давай, иди, ломай. Подрубается ДТ, плюс 200 урона. Ты посмотри, какие плюхи залетают по вышке. Так можно же просто до конца пойти, прямо сейчас. Ну или на глиф хотя бы развести. А почему глиф не нажать, пока у соперника ДД? Вот мне просто интересно. У не соперника знаю. ДД, то есть он бьет с максимальным КПД сейчас по вышке. Почему именно сейчас не нажать глиф? Не знаю. А почему не драться? У тебя двойной урон. Ну и ёкарный бабай. Не хочет. Ультимейта нет. Ну да, там же всего 400 с руки. Надо ультимейт подождать. Ну и у соперника нет ультимейта. Нечестно драться без ультов. Так он не, решил. Это прям, если фейерплей, да, согласен, тогда все верно. Плюс 4000 для QWE. Ро еще туда добавляется. Такое, скоро что будет. Прям вообще никуда не дернулся. Ну, коллапс потерял ход игры. Ну, блин, ну а почему бы и нет еще? Он просто на 2,5К просел на ровном месте. Что он себе зарефрешил? Ну, а сейчас он уже на, там, 3000 отстает. Понятия не имею. Смело что. Что он хотел себе? Glimpse, Kinetic Field? Еул отрефрешить? Неясно. Пока он вернется на линию ульты, так бы отрефрешился. Ну, короче. Хотел, может, подобузить, типа, такой, о, классная штука, сейчас. Дюзну продам. Абузидзе будет, да, но тут не получилось. Ну да, опять же, если он, допустим, просто банально мог не знать этого. Это... Ну, это мы-то с тобой прошарены. Ну, просто мы это видели, да. Кто вообще в здравом уме в пабликах будет покупать рефрешеры, продавать их за полцены, просто чтобы там метаморфозу себе. Тут прям интересный набор способностей был только что использован обоими игроками. Один из них пытается сбежать в ужасе, у него ничего не получается. Но это да, это тильт. Угу, похоже на то. Кая, не Кая, плевать абсолютно. Кая не решает. 1263 монеты получает он. Я класс. Говорю, парни с ником с, коллапс. Коллапс, да. И отправляется вторым за сегодня уже на лан. Поздравляем. Е-е-е. Браво. Мы будем смотреть гранд-финал. Да. Сказали, что можно 2 минуты сделать паузу перед финалом, после чего, естественно, вернуться на этот самый финал. Will you see my face? Let's shake things up. Those flames blaze again. Power walls me from within. Ha! The savagery starts now. I'm here to blur the line between life and death. This power never. Всем доброй ночи, еще раз здравствуйте, возвращаемся в эфир, у нас продолжается баталии, сейчас уже они подошли к завершению своему, финал, и посмотрим, кто же с какого места выйдет сегодня из этих квалификаций. Я забыл сказать, с вами работает Роман Каспер-Лепехин и я. И он друг Дмитрий Чумаченко. Спасибо большое, напомнил, я реально сейчас что-то поплыл. Это так я тоже, штука, я да. Вчера или сегодня, когда это забыл свой ник. Ну, старость, да. Конечно. Это удобно просто. Увидел человека и назвал его. А себя как-то... Так, это Баффик? Нет, подожди. Это я. Кринжовенько немножко вышло. Угу. Давайте игру лучше смотреть. Тю, давайте. А у нас лобби, наверное, еще не готово, я думаю, скорее всего. Не знаю, не уверен. Так, у меня тут что-то застряло.
Ну, ну пожалуйста, пусть они выберут интересных героев. Ну, я надеюсь, сейчас все-таки это произойдет, потому что уже... У нас сегодня было три персонажа. Вот ну есть да. максимальный пул, вернее, минимальный там в трех героев, ладно, в двух, может быть, еще. Угу. Но это же бред. Ну да. Пак, Луна, Дизраптор. Ну это вообще сейчас ничего не решающая игра, по большому счету. Ну пофаньтесь вы. Сделайте, скрасьте сейчас, досуг сейчас стариков. Сейчас там сидят эти чили-кабакторы такие. Два на Эксы сидят. Пофанились. Пофанились. Там на пятой минуте выпадает... Солар-крест. Солар-крест и сатаник на десятой. И эта рапира на 15-м появляется и такая, а что мне тут делать, зачем, ну, ради чего я здесь? И потом игра еще багает, и рапира не появляется, mm-hmm. например, и все. Ну да, или они ее продают, и на 13-й минуте там, или на 14-й что-то пытаются продать из своих артефактов, да. Она продается, и игра не позволяет купить, и будет пересоздаваться лобби. Ну, лобби уже готовится. Давайте, ребятки, давайте. Я, честно говоря, уже не знаю, о чем говорить. У тебя есть тема свободная? Остались? Нет, я все обсудил, вообще абсолютно все в этом мире. Не осталось необсужденных мной тем. Помолчим немного. Думаю, будет говорить-то все равно придется. Тут как бы не шуточки. Спасибо! Ей! Войд! Да! Мне нравится. Это все друг ТВ, да. Что я все? А, прошу прощения, это коллапс. Насколько я понимаю, это. Все, это наш еще один игрок. Что? Это еще один игрок из той команды, которая, вот, с которой я Баффика разматывал. Я понял. Да, коллапс, он в миде стоял у нас на Templar Assassin. Был. Это, ну, он такой комментирует турниры парень и поигрывает еще в доту. Ну, видимо, нормально поигрывает. Неплохо, да. Неплохо. Да, что сейчас ворвется. Ну, не сейчас, 14 числа, на ланчик. Не, ну в конце он просто морально задушил Invulnerable, который уже там 10-й раз пытается прорваться. Доходил уже просто. Бедняга. Ну, Void и Void, спасибо. За Void реально спасибо. А раскачка интересная, идентичная? Да, я думаю, должна быть, да, такая же. Ну, таймлок макшины должен быть 100%. Тут 0-0-0, вот это лучшая раскачка. Time Dilation будет очень смешной, конечно, тоже. Такие прям вдвоем. Вообще, по билду я голосую за диффуза Монтастайл. За этим будущее. Глобально ты имеешь в виду? Глобально. Всех войдов или вот здесь один на один? Вот здесь один на один диффуза Монтастайл. Наверное, хорошая тема. Но я думаю, раньше закончится игра. Тут один оркид чего стоит. А так спид бустит. Дэмэджа много внес, все. В хрона, ну, то есть реально поставил хрона, дал оркид. Пару раз башнер прошел, и ты убиваешь войд. О-о-о, да, ню-ню-ню-ню. Получился такой прям полный. Не, в итоге... В равном количестве подобивали они крипцов. Что будет интересная игра. Просто прыгаешь с даггера, даешь тычку и уходишь на таймволке. И уходишь на таймволке, да, все правильно. А соперник никак твой... Смотри, сейчас будет на таймволк не использует. Нет, не стал прыгать, кстати, на рейнджевого. А эти ребята, браво, я видел, бригада побежала. Угу. Не, ну это реально будет сейчас забавно. Ну, они как бы скажут сейчас, ну что ты допросился? Возможно, это самый унылый пул героев вообще вот за всю историю квалификации. И причем и первый, и второй, ну я имею в виду первого турнира, который был там в прошлом сезоне. Кстати, говорил я вот про диффуза Монтастайл, тут же еще есть руны иллюзий, очевидно. Uh-huh. Еще есть большие руны иллюзий. И поэтому можно просто диффузами обойтись и неплохо подразвалить. Потому что Void без маны, он все-таки очень слабый. Ты посмотри на Хазака. А? Байтик, чувствуешь? Видел? Он да. Двоих типа ввел и иллюзию в сторону отвел. Как будто это реальный персонаж. Класс. А еще не добивает сейчас крипов. Он, да, не добивает никого. Ну, как бы... Лимит микроконтроля, он же не бесконечный, правильно? Все, ДД. Ну, сейчас пойдет жара. Оп.
Под шестой классная была бы тема. Тут шестой немножко раньше появится. Хоба. Ну, нужен шестой, да что ж такое? Добей ты ультимейт свой. И потом выдавай все. Башки пока не работают, да? О, теперь работают. Что там, так много, что ли, до шестого было у Хазака? Ну, да, очевидно. Вот сейчас только-только там после одного крипчика где-то появится у него шестой. Странно. Ну, используй ты ДД под хроносферу. Убей врага. Ну, у него уже скорость атаки слабенькая. Не думаю, что он бы прям убил. Ну, они же разминаются, по половинке столбика стоит. Ну, опять же, так, чисто рискнуть. Чему бы нет. Ну, в столь ответственном матче, конечно, не хотелось бы рисковать. ХЗК не хочет рисковать вот в добитии крипчиков. Мне... Это не мое, говорит, я не буду. Давай в следующий подобиваю. Так, вижу Монтастайл, диффузов пока не вижу. Возможно, диффуза будут как раз вот на пятой минуте приобретаться. Там, я не знаю, с продажи Оркида. Оркид, кстати, дорогой очень. Поэтому можно там не просто диффуза купить, а прям сильно разжиться артефактами. Много таймлоков сработало у ХЗК. Ну, видно, более скилловый войд просто. Ну, мне кажется, продавать не надо орки. Ну, может быть и не надо. Может быть и не надо, конечно. Потому что если ты даешь хрона, это прям супер классно. Ты даешь хроносферу, бьешь человека под завершение хроносферы, даешь ему еще и оркид. И он не успевает, ну не может на таймволке уйти, и ты дальше молишься, что пройдет башек, и ты добьешь его. В самом деле, смотрится очень неплохо. Да, в целом звучит неплохо. Но это работает только... Ой, тройной там таймлок был. Вот будь сейчас орхид, ставь сверху хрона, бей, давай орхид, и человек умирает. Но это просто работает только, когда есть хроносфера. А вот те же диффуза, они работают постоянно. И ты даже, допустим, одно такое убийство совершишь. Да, что? Подожди, какая тупость. Что? Какая тупая тупость. Тупая тупость. Хроносфера-то не работает ни на какого из войдов. Насколько я понимаю, и они это, видимо, понимают. Как Рубик ставит хроносферу, и она не работает на войда. Я так понимаю, здесь она, посмотри, никто из них не качает хрона. По-моему, хрона не будет просто работать. О, мой бог, какая тупость. Тупая тупость, я тебе говорю. Тупость. Максимально тупая тупость. О, мой бог. А что можно тогда с этой хроносферой сделать? Ну, может, у меня такой ответ есть классный. Вот я тебе обычно так отвечаю, когда мы в PUBG играем. Угу. Да, жалко, что сейчас нельзя так говорить. Пошел пушить. Угу. Нормально. Нормалин? Угу. Да, это реально это вверх тупости, слушай. Это хроносфера, что вообще? Не, ну зато ты быстро бегаешь, не. Так ну, я соперник. Нет, ну я понимаю, но все равно просто побегать быстрее. Чисто поноситься вот так вот? Да, туда-сюда побегать просто. Да, музыка бы нехило включается. Ой, же Монтастайл. Монтастайл, да. В ответ на Оркид. Интересное решение. Ну и один, и второй артефакт. Дэмэдж бустит за счет атак спида. Ну, коллапс нормально так душит. Оркид, конечно, очень хороший урон имеет. Сейчас, если сработает башек, то это конечно. Успел на блинке отпрыгнуть. Таймвок. Душить. Не увидел. Контроль рун. Здесь рунка богатства. Давай еще с хрона. Да, Монтастайл крутая тема. За счет атак спида. Понимаешь? Он его догнал за счет атак спида. Не, он его, кстати, еще догнал за счет того, что Войд, может быть, ушел за край хроносферы, а тот еще не ну, да, просто догонял его. Ну да, я же говорю, его, тот ушел за край хроносферы, начал идти медленнее, а этот просто рванул к нему. Просто в него врезался. Вообще, это крутая тема, ты даешь на себя хроносферу, чтобы сократить дистанцию, то есть вместо блинка. Все, видишь, это работает, все, не такая уж это и тупая тупость. Какая же тупость. Тут есть хроносфера тоже у коллапса. Сейчас будем ждать ответную хрона. Интересно, да, чем все это закончится сейчас. Угу. Классненько. Ставь хрон и убегай. Все, иллюзии доковыряли. Не, ну я говорю, Монтастайл, диффуза здесь это победный пик.
Причем мы видим даже Душка. Причем непонятно, то ли это был комплимент, что, ну, ХЗК Душка, либо, ну, он просто говорит, что душно. Может быть, жарко. Кстати, нет, ну, очень много смыслов в этом слове. Давай, Хроно, да поставь уже напоследок коллапс. Все равно на лан едешь. Отметь это хроносферой. Праздничная такая хроносфера, да? Пошли, шмотки. Домой. И что он выложил? Если бы я еще внимание обращал на эти вещи. Нормально? Не, он просто бегает. Все, я понял. Что? Враг просто бегает в хроносфере. Ну, он да. Не ускоренно бегает, а ты ускоренно. Ну, тогда ГГ, все. Что я тебе могу сказать? Лакер. Не, ну когда вы берете Войдов для того, чтобы выяснять отношения, в любом случае, один второму по-любому напишет лакер, неважно, кто победит. Проигравший эту фразу как бы готовит заранее. Нормально. Рофильная карта в конце не очень затянутая, что хорошо. Играли бы потно, эти я войды думаю, жили бы 40 там, лет. Да. С этими рапирами, потом еще башни выломали там. Ну, сатаник там, первым артефактом. Тараска, сатаник и терпи с Керасой совместно. Ладно, поздравляем Коллапса, поздравляем ХЗК с проходом на лан. Удачи им там. Вряд ли мы будем повторы смотреть, да? Наверное, не будем уже? Нет. Я думаю, мы можем уже закругляться с тобой. Тогда скажи, что считаешь нужным. Нет, все, я буду просто закругляться. Я слишком устал. Хорошо, друзья, закругляемся все, но не сильно. Завтра решающая квалификация. Последняя, и мы наконец-то решим полный состав людей, которые приедут на лан. Все, вам спокойной ночи, хороших каток, если будете еще играть, и завтра в 10 часов встречаемся. Можешь мне еще отдельно хороших каток пожелать? Пожалуйста, Роман, пожалуйста. Хороших каток тебе. Спасибо. Чтобы у тебя все было хорошо, чтобы у тебя тиммейты были ответственные, чтобы лесников было поменьше, и Манго 3 дропалась первым же артефактом. Но его, спасибо, как мои тиммейты, чтобы не на хэкграунд ставили, на клифф, где невозможно милишным героем, да вообще никаким героем, забрать Манго. Ну ладно, это моя личная. Ну, обзор дает. Да, классно, обалденно. Обзора не хватало как раз при бесплатных обсервардах. Все, всем спасибо, дорогие друзья. Действительно, засиделись. Мы уже для вас работали. Каспер, друг, и услышимся завтра. До встречи. Savagely stunts now. I'm here to draw the line between life and death.